Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Все? Осталось 10 секунд. Все нормально? Все нормально. Так. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Так, я понимаю, мне сюда. Да. Привет, Жень. Здравствуйте. Убирать героя. Так. Фак. Короче, в этом видео ID матча нет, но вот я тебе в Discord кинул разбор матча там от чувака, который прикольный разбор делает. Как будет время, посмотри. Реально клево. Я, кстати, не знал, что у Матумбы сейчас топ. Саш, ты в мид идешь или в харду? Чего? Ты в мид идешь или в харду? Ну, я бы лучше в мид пошел. Но если ты хочешь какого-нибудь... Ты типа мипа, да, они не забанили? Ты про это? Нет, не в знаю. В этом ключе думаешь или что? Не, я всегда готов на импере поиграть. Но я просто обычно я вступаю в все линии и иду туда, что останется, поэтому. Я всегда готов поиграть на импере. Там же я раскликанный. Поэтому... Двингу и алхимика, блять, и все. И умирать не будем. Точнее нет, жизнь после смерти. Собственно говоря, ты капитанишь, поэтому типа. Тебя уже нет. С Артём, уже ты. А это не зря, так. Сейчас-то раскрыли это говно. Вообще, можно взять Веномансер. Тройку. Веномансер. Кто на него будет играть? Осталось 10 секунд. Вообще Веномансер тройка, но как по мне. Был да. Жестко. Артём, сыграешь на Номансере? Да. Артём? Да. Ну тогда это тут очень хороший пик. По-моему, Глеб, если они все-таки подставят Усу, ну, тут героя. Уже два героя, которые алхимика в миду растирают. Совингай его убиваешь, я лучше. Я вообще надеюсь, что они не забанят мипаря. Ну ладно, но... в крайнем случае я, да, сыграю на Номансере, если будет мипарь. Если не будет... Но да там не надо ЛК. Пикать его, блять. Мы столько ждали, давайте нормально поиграем, господи. Причем настолько плохой герой? Нет, мы закончим за 15 минут. Просто осталось то же самое с Брудой, то же самое вот с другими героями. Я о том, чтобы Артём игра была хотя бы немножко интересной. А я проиграл в прошлом паре. В 5 на 5. Я не играл много и вообще не сел за компом несколько дней, потом его взял и играл. Опять на 5 проиграли. Проиграли просто. Там взяли Виверну, Шейкера. Как бы да. Не, по-моему, мы не играли. Раз там был Шейкер. Нет, Шейкер Виверна была против 5 неизвестных. Да, да. А вот Митсу 5 на 5, когда я сыграл в паре, там я проиграл, потому что я просто был сложно контролить. Все, они одумались. Типа, а сейчас я уже... Так, стоп. Там будет стоять в миду какой-нибудь Денис. Да. Я бы забанил на самом деле бодровку. Просто потому что она мне не нравится. Ну, не, у нас... Как? У нас... Осталось 10. Давайте вместе. Ну, хотя у нас до дровки есть чем добраться. Вот. А в миду я против нее спокойно поставил. Нет, хз, чем надо добираться до него. Сначала выбери... Какого героя ты хочешь? У нас есть 2 минуты. Хочу, я не знаю, надо что-то такое, ну что... Мы запрещаем, полезно, сразу берем. Я знаю, я понимаю.
понять, что взять, и потом забанить против него. Так, ну надо что-то такое, что как бы не зависит от того, что не жестко законтрит. Это значит, или это Кунка, или это Лина. Ну, в принципе, Зевс тоже. Надо Лину брать, алхимик. Я предлагаю ОД, который тут просто одной кнопкой факапит дуэль, какая-то Турсе любой врыв. Типа, ну и фармит быстро. Вся хуйня. Они, в принципе, не особо могут закрыть это. Правда, я на новом УД ни разу не играл. Ну, УД, кстати, не супер сильно закрывается. То есть он там... Ну, ему да. Реально там... Скажешь, тебе плохо, я тебе постакую, допустим, древних или что-то такое, и ты их просто в пушку убиваешь. Ну, я бы все равно взял какого-нибудь... Ну, вот... Ну, если из проверенного, то... Ну, лучше бери героя, за которого... За которого... Не надо Лину или брать тут, ну не надо. Что ты будешь делать? В смысле? Ну, хорошо, бери Лину. Нет, нет, я просто предлагаю. Я говорю нам... героев, которые ну, то есть которых сложно закрыть. Нам бы, блядь, просто что-то реально рейнджовое, дальнобойное, что-то такое. Ну, да, вообще, кстати, есть вот этот герой, блядь, не видно, да? Зевса еще можно. Ну да, я и говорю, или Зевс, типа Зевсом я, в принципе, против любого. Ну, я здесь еще постою, там, молясь, потерплю аккуратно. Ну хорошо, играть. Кого забанить? У нас уже время заканчивается. Шторма. Точно не берем Лину, а Шторма? Почему нет? Я бы забанил тогда Лину, если мы ее не берем, потому что вот... Ну не знаю, он на линии играет, по крайней мере мы помним это. Ну Шторм... хорошо, забавь Лин, ну типа со Штормом я уж если надо, я пиздец буду стараться его... Берем Зевса. Ну мы да, что-то с ренджа, чтобы её прикольно. Ну да, давайте. Зевс, УД там. Правда, блин... Снайпер. С ручки мы не особо бьем. Да ладно, чем тебя Глеб с ручки не бьет? Да, нормально, погнали. Я обычно собираюсь тоже с ручки бить. Если что, они к нам не зайдут. Блин, кто там... Денис, так, ща придем. Как интересно получается, у нас команда сине-зеленых, у них команда красных. Верно. Осталось 10 секунд. Представляешь, Артём, мне вас не верит то, что Матумба на Пудже выиграл Миту Макаки. Это зависит от того, кто играет на Макаке. Топ-15. Ну, все равно есть проигроки, нет. Есть паперы. Не, я к тому, что я на 99% был, ну, типа, на 99% уверен, что я просто не был готов к этому, потому что, ну, типа, Матумба реально сильно шпарил. А что он качал? Он обычно качает хук или рот, потом пассивку, потом рот максимум. Кто у нас на миду? У нас Зевс. Кстати, фишка в том, что у него реально с пассивкой такой... Он, кстати, мне реально нравится, как он играет. Он, знаешь, берет баклер и максит пассивку после рота. Ну, типа, бегает такой. Чисто, называется, попробуй меня ёбнуть. О, это кунка, это куначка моя. Ну, вот так, кстати, похоже. Я бы сразу ставил бурсу в харду. А ЛК вниз. Интересно, они додумаются до этого или нет? Ну, Усла против Финомастера гигантская нихуя не делает. Я играл недавно. Не, ну Усла хочет против ВК. Ну а да. А хочет против Финомастера, потому что у нас гель может снять. Да тут даже, ну, это сомнительный такой плюс, на самом деле. Ну, в целом прикольно, да, но... Финомастер может немножечко вардов взять там, и удачи ЛК. Нет, ну... Вань, смотри. Уса 100% для нее лайна против. Понятно. Жень, ты очень много лишних фардов раздал. Извини, что пираю, Артём, я просто Женя хочу сказать. Этот, отдайте, пожалуйста, Женю. Варды лишние. Ой, варды, господи. Танг лишний. О, мне нормально становилось. Я верну. Всем раздал, красавчик. Мне не нужно. А Женя добрый. Я тоже так тогда. Большой буквы. Ну, главный вопрос. Нам или поверить в то, что они не допрут до этого, либо проверить, куда они пойдут. Кому варту давать? Зипсу. Хотя, возможно, лучше мне, я могу очень быстро доехать и в мид поставить, там, где они не запали. Сейчас посмотрим, что Стас скажет.
Я не уверен, ну, наверное, только макака быстрее земелья вард поставит в миду. Кто еще может? Герои. Кто еще да быстрее? Не, макак быстрее всех стопудов. Ну, я и говорю, я имею в виду, кто быстрее земелья. Шкуру превращается, блять. Я говорю, только макак может поставить вард быстрее земелья. Думаю, кто еще может? Ты говоришь, кто еще может? Кто еще может быстрее земели поставить, а не быстрее макаки? Быстрее макаки, понятно, никто не поставит. А быстрее земель еще кто поставит, интересно. Может, шторм? Не, шторм. Я про первую минуту, Женя, про самую первую. Может быть, у кого еще самую большую старту? По-моему, у Инчи, да? Где там перелопатели, так все, я уже не помню, у кого самая большая стартовая. Нету тысячу. Стартовая. Стас, тебе нужно вард поставить мид? Типа, да. Если мне его дашь, я быстро докачу. Только да. Передай его мне. Это же Жень, передай мне. Да, я могу сам поставить. Уже передал. Ну ладно, сам ставь. Ну я просто к тому, что я это быстрее всех сделал, они не запали. А. Уже ладно, пусть. Да я думаю, они так не запали. Не особо там разборчиво к постановке варда, вардов. Да не, я хорошо. Я... внизу. Я могу типа вам прийти помочь. Мне не особо надо больше стрельбов, потому что... Нам надо просто увидеть. Как... Тебе по ресурсам не надо проседать на здесь, потому что иначе ты ничего не сделаешь. А зависал вот с самого начала кучу там себя. Носить лишнего такое. Это там типа можно за героев, которые там с ручки нормально. Стой тут. Все 67, тоже нормально. Чё-то они не показываются. Можешь попробовать, Жень, потом вот как-то сюда вот аккуратненько вард поставить и зайти в эти кусты зайти. Иди сюда, если сейчас мы поймем то, что они свапнули линиями. О, они и... свапнут линиями. Вот сюда вот вард надо поставить. Иду. Пускай бегают. Не, ну нам надо уже идти косым контролить. Ну, в свою мы anyway законтролим, Артём, потому что я вкачусь в Леона, если он... Начинается. Шевелимся, а то в ледышку превращу. Все. Ну. Так и думала. Ну я, Артём, это по дефолтной схеме. Выбиваю реген. Иду, умираю обышку, там что-то такое. Урсу я тоже могу, ну, до третьего уровня в него легко влетать. Он ничего не может. Когда у него пассивка почти. Я иду. А не блочу? Я сейчас думаю, что мне вкачать. Конечно. Пассивку, да. Главное крипов добивать. Факт. Да. Сейчас, если он на ранжевичка пойдет, я вкачу с ним. Или не успею. Все, линия отпушилась. Фига себе, там урона в пол. Иду. 49. Ну и все, у меня сейчас остается задача факапить от воды. Блин, ну тяжело, конечно, с новым этим хардом играть. В том плане, то, что вышка, ой, линия первых минут 100% под вражеской вышкой. Как и ты да, смотришь на это грустными глазами, ничего не можешь. Здорово, мужики. Обязательно. Так. Конечно. Так, ладно, это была плохая идея. Быстрее. У меня до цепашки есть что? Я иду. Не спорю. Слушай, да ладно. Уровень. Это верно. Да, это просто шлак. Блять, вот мне это так это изменение нравится. Ну типа, что ты пушишь линию, апаешь второй быстрее из-за этой хуйты. У меня, как по мне, бред какой-то ебаный. Ладушки. Я не рассчитал то, что я без армор гейминг. Я так похарась. Обязательно. Ну, это правильно. Что там не особо больше, да? Амбрандичка, киль. Не спорю. Супер.
Поста не будет. Не будет. Так и думала. Чё они вообще флексят, типа, без отвода? Одно танго осталось у Урсы. У меня, конечно, тоже, но... Пиздец, калиния какая-то. Бум. Конечно. Рррр. Иду, иду. Блин, кажется, что снапожок какой-то. Если будет плюнуть, он умрет. Так. Минус я. Два, два, восемь. Глеб, нормально все, я могу с третьего уровня сапогом прийти потом. Тут полная пизда. Ноль, ноль фарма. Ты на себя крипов втягивай, просто старайся. Это Станислав! Я переагриваю. Толку, он просто тычки мне дает и все. И стоять я не могу. Так. Ну, наверное, я стянусь, но только после контроля урона. Не, мне нужна кура. Он регион тебя привез. Ты на меня посмотри, мид, пожалуйста, алло! Что? А, это не. Иду, иду. А, если чё... Господи, Стас, Артём, можешь плевать на него, я так. Ушечку ему. Согласна. Здорово, мужики. Я иду. Ну, Артём тут хорошо... Ой, я тебе, кстати, танго не дал. Ты мне напоминай, а то я что-то стою тут, развлекаюсь. На самом деле, Артём тут поддушивает, уж Серегена нет. Леон, Кустав. Ну, руны точно наши, мне кажется. Вперед! Руны на Артём, я на руны. Неужели у них хватит рейнджа? У меня хватит рейнджа. Один. Так, а давайте я руны. Заберу лучше руны. Давай. Я типа не буду печать. Нихуя нет. Печу, типа. Самое главное забери. Мне любой плюс. Иди сюда. Любой плюс? Давай я. Дай ему скиллс. Не Макси первый, пожалуйста. Ок. А, Артём, ты живешь? Блять. Где-то нашел. Я сейчас закуплюсь. А. Ну я типа этот. Отошел. Да. Своими делами грязными заниматься. Так, сейчас я к тебе попробую прийти, Стас. Я просто потому, что это достаточно трудный таргет. Смерть здорово освежает. У меня тут вообще у них нет. Осторожно, сейчас отцы его может дать. Ли, кстати, тоже ничего. Надо варды мне поставить. Тэпнешься сейчас к нам, Жень, можем попробовать. Руна снизу. Конечно. Сейчас, если мы панюку скинем в Рион, он... У него стиков вообще нет. Дашь сам, Глеб? Вашу верхнюю башню атакуют. Он забрал руну. Так, я пошел шрайн пить. Не хватал. Да, давай. Ладушки. Нормально. Тебя нет пока. Да, да, типа, на самом деле, экспы много очень тебе нельзя. Ты не можешь взять, типа, в двоечку потом вот этих пацанов и уйти. Yes. Конечно, не прикольно звучит, но... Я йолу-то поставлю. Всё, я пошел шрайн пить. Ты, Илюш. Согласна. Ну, я вообще не думаю, что... Ага. На прорыв. Ну, очень жирные. Пойдем на топ шрайн выпьем. Конечно. Блять. Давайте быстрее, ребят. Я максимально быстро на вышечке. Артём, все норм? Я твоих всех, да их двоих. Вашу центральную башню атакуют. О, здорово, пацаны. Как вас? Не спорю. Я. Ну чё, я на топе сейчас еще что-нибудь сделаю. Он там себе фласку привез. Нет, вот он стоит, лоб. Вот это обязательно надо качать. Да, в единичку точно нужно. В двоечку пассивка такой. А давай. Не очень не камин. Хотя...
Да ладно, меня. Нету кунки, ребят. У меня кунка. Блять, я забываю про эту хуйту грима. Жень, чё ж ты... Ладно, надо было тебе сейчас кушечку дать. Кушечка была в перезарядке. Вот у тебя в последнюю секунду была бы, я бы добил, но она. Ничего страшного. Я иду. А тарант поднял. Вашу так. Я-то почти встал. Ой, какой же чудо-герой, а. Ты верно. Я еще сюда. Это? Нет, сегодня весь день доты. Первый, не да? Обязательно. Не давай, все, не надо, не ходи туда. Ты хочешь спавн? Дай первый. Я в каком-то стане. У меня это сало грима наверняка. У меня еще куда ТП. Одна десятая руна снизу точно отжать. Что еще куда-то погляд? Быстрее. Так, надо сейчас это пробовать Денис найти. Или если ты попадешь плевком, мы его и по таверну запрем. Я думал, он вот тут. Вероятно. Подобно волкам Айсека. Еще у меня такой мин готов, в принципе, если он нападет. Иду, иду. Сейчас один опс я понесу. Так и думала. Ну, по идее, вот эти вот две руны точно наши. А вы можете еще вот тут одну взять? Как-нибудь? Женя может. Как-нибудь попробуем. Что у нас здесь? Если одну возьмешь, это очень много. Ну ладно. Я рун не, не возьму. Да, давай. Я подсекьюрю тебя. Он бежит. Он сейчас поднять может. Поднял. Корабль пустил. Так и думала. Да ладно. Ты видел, сколько у него осталось? Пиздец. Боже, как же все плохо. Просто шлак. Ну ладно, типа у меня что висит сам волны. Вообще надо поставить джинду сейчас. Хотя нет. Если они под вышку подбегут, я тут подам. Нормально, Глеб, у меня зато и кенты в мид вышли. А, кончено. Согласна. Прекрасное место. Не спорю. Сейчас еще раз по двоим дашь кушечку? Ладушки. Или по одному вообще, похуй. Главное дать есть что. Обязательно. А это ты взял майну? Можешь попробовать курку ёбнуть. Я сейчас убью, конечно. Осторожно. Транкил себя добери. Или нет? Кунку, да. На прорыв. На крест. Жень, вот это надо убивать. Помоги. А, не. Серьезно? Со своими действиями. Заряди ему кошку, заряди ему кошку. Дал. Ну, да, вот тычку же поэтому. Господи, Женечка, шо? По кому тычку? По духу, который на тебе сидит. А, его можно бить? Я просто не знаю даже, что это за герой такой. Короче, они просто все вместе так бьют. Ну, короче, эта игра затягивается. Просто, Жень, этого духа еще бить можно, да. Ты два удара по нему делаешь с руки, и он с тебя спадает. Если его за 5 секунд не убить, он тебе много урона нанесет. Понятно. У меня КДТП. Быстрее. О, да. Я иду. Мне тут дают 7 апнутяж. Вашу центральную башню атакуют. Не дают мне просто так 7 апнуть. Тоже не попытка номер 2. Согласна. Вашу центральную башню атакуют. Ну, если не помрут, что один, что второй.
Конечно. Здорово. Видишь, Артём, какой я добрый. Спасибо, спасибо. Я чисто на экспу жалко, на второго не успел. Так и думала. Ну, на экспу и на трёх рынке, естественно. Эй, бать, мне с таким... У меня уже нет ТП-100, сори. Сейчас Артём тэпнется, я пешочком добегу, и в крайнем случае мы за тебя отомстим. Тьфу. Самая медленная смерть. Вашу центральную башню атакуют. Не, под виномайсером и против Зевса тяжело вывести армлет, по-моему. Бля, единственное, что нам нельзя топ отпускать, потому что там... 1000 урона будет. Не бей, не разворачивайся. Так. А, надо вот тут вообще убить их. Кто-то нужен мне. Ну это пиздец просто. Уже, конечно, не ходи туда просто. Силы света укрепили свои сооружения. Там очень много урона на тебя набьют. Я заметил. Не знаю, стоит ли мне меда сделать. Посмотрим. Где еще на топе варик нормально что-то сделать, если кто-то хочет. Там очень разорженный Илья и супер разорженный Андрей, которых убить очень просто. Пойдем, попробуем. Не, да, желательно. Чтобы Женька кушечку дал. Кого убивать? Кого хочешь? Вот этого. Дальше. Угу. На дружку. Не-не-не, мне не хватит. Здесь. Не-не, все. Где нужно? Сука. Бля, я еще тупо не дал. То есть все. Урса тоже. Да, уходим. Давайте. Ебать, на мой старый. Такой одновременно профитный, непрофитный талант на 10-м, как по мне. Который этот, минус 8. Крутые таланты. На каком? На 10-м, минус 8. Ну да, вот минус 8 гир мне тоже очень нравится. Слово мы пиздюлей дадим. Особенно если ты ее за... Там ТП нет, они все давали. Особенно если ты ее как-то зафорсишь на вэшку. Ну просто можешь подойти и плюнуть. Я думаю, что она просто... Ой, я... ладно. Линк союзает. Что-то он не знает, походу. Он не знает, что можно скидывать. Снайпер, ну сори, я там этот. Да, все нормально. Если он на себя бы закинул, то второй скилл. Да, он выжил. Ну это снайперские камни. Выжил, потому что и вэшка, да. И кушка. И кушка, да. Кушка, вэшка. Я уже думал, типа, своей бучкой давить. Ладно, я тоже медасик возьму, чисто пофлексим. Игра будет долгой. Там урса. Я бегу. Я не бегу. У неё едет. Всё, я себе медасик, дайте, господа, я медасик взяю. Нижняя башня противника разрушена. И после медасика... Я не знаю, я, наверное, форс даже возьму на земле, потому что нужно будет спасать Стаса из-под креста потом как-то. Но они очень топорно играют все вместе. О, хорош Стас, тебе прям юлферсты там это вообще ОП. Вашу центральную башню атакуют. Ну, вообще, мы за это накажем, если Глеб. Нам... Не спорю. Блять, я не знаю, куда сидеть. Столько блин, надо говорит, было драться, там... типа там урсы не было. Ну, а у Глеба станка, да, а я только-только подошел. О, фак. Обязательно. Кого? Вот давайте драться, типа. Либо я бегу. Я бегу, там трое. Нас... А я такой, я еду... Женю! Ну, это Евгений, извиняюсь. А это вам пол, блядь, не видел. Хорошо. Глеб, Гоша Райан, Глеб. А я, наверное, даже эту урну соберу. Да, кстати, я только хотел сказать, что там уже сразу ёбнуть радик. Чтоб фармить быстрее. Ботовая, кстати, сейчас так почти все проиграют. Ну, нам надо, чтобы кто-то собрал алебарду. Алебарду? Ну, я могу.
Ну, да, типа алибарда, самом... потому что здесь и кунка, и урса, и вессель тоже нужен. Вессель я точно беру. Сейчас я поизочки, наверное, себе собираю. Я что-то на панде так слезами играю. Ну, конечно, раньше они были самые царские, когда они давали броню, и атак спит. Все, Илья, теперь меня в лес идет. Ебать. Ебать. А Илья вообще на ком играет, а? На легионочке. Ой, господи. First Hit and Dagger сюда. Конечно. Передумал. А можно не фармить, пожалуйста, лес мой? Ну, нет, к сожалению, потому что... Ну, фарми вот это что-нибудь. Мне очень страшно выходить на линию. Я отбросил его. У него нету Аегиса, и он просрал этот... ульту. А этого мы сможем как-нибудь? Ну, сори. Блять, надо... Я не закинул. Я что-то не чакнул даггер у него. Так, у кого там? Всех нормально все. Где нет, Стас? Стас, призываю тебе руну, которой нет. Легко. Че там? Там ничего. Я говорю, призываю руну, которой нет. Ой, бля, у меня 10. Ой, 10-й, да? Вот так, потом я куплю... Это вот говно. Да, тебе главное линзу и... Вообще тебе форсик еще взять. Или что-то такое. Не, форсик я не буду брать. Мне нравится мне форсик. Сука. Они тут минимум трое. Конечно, но на самом деле в теории нам похуй на урон, Ли. В теории. Я могу тэпнуться, если нам надо. Ебать. Я тэпаюсь. Я тэпаюсь. Вард. У него дуэли нет, типа, он поднял торрент. Немножечко промазал он. Чем он закончится? Блять, они просто. Я сдох. Очень странно. Ну когда он типа зашли, сори, я еще забайтил. Блять, это такой пиздец. Ну я не знаю, мне нельзя так играть. Ладно, успокойтесь, все нормально. У Глеба сейчас будет даггер, типа. Ой, даггер, этот. Тебя идут. Я вижу. Идь. На прорыв. Не хвард тут явно. Да? А, нет, он, возможно, просто слышал, как ты стреляешь. Когда мы Рошана забирали? Они, вернее, когда разбирали. Ладушки. Так, потому что нам... Вообще не очень нежелательно отдавать во второго просто. Так и думала. Бля, у меня походу наушники окончательно гуфнулись. А, нет. Фух. Да. Он сюда варшал ставить или нет? Не знаю, еще прочеку. Я все медасик завезу. Быстрее! А, нет, гуфнулись. Да нет, они просто типа хотят. Ну, видимо, я не сейчас просто спокойно. Да я большого, бля, блин, дашь отсюда. Блять. В другую сторону. Осторожно, Жень, просто уйди отсюда. Можно мне сейчас реконнект надо сделать, короче? Даже не то, что реконнект, а тут... Так, а сколько у Леона вардов? Он когда вот здесь был? Один? Да-да-да. Значит, ну у него было два. Значит, было два. Значит, сюда поставил, сейчас разобью, да. Только они там все, поэтому нам... Да-да-да, я подожду. Личной жизни варда 40 секунд. Наверное, раз 40 секунд я смогу вот сюда ставить. Ну, подрошану. Ты скажи, когда игра продолжится? Хорошо, я свернулся. Надолго. Там вроде четверо, да, без урсы? Или с урсой? Блин, когда мы забирали... Когда они забирали? Слушайте, тут надо будет ульту юзать постоянно в самом начале замес. Если вот мы типа идем куда-то и кого-то увидели, тебе надо прям сразу уезжать. Дагер... А не чтобы добивать. Дагер разбить, увидеть, где они. Это важно, по-моему. Вообще, кстати, еще с новой пассивкой, это супер. Клево работает. Ну ты вот юзаешь ты мы. Ты пропал. Да, блин, да. Вообще то, что мы их видим, это самое важное. Всегда работает. Ну да, да. Мне точно оценить моментальную ситуацию, там сколько их, где они. Я тут все. Жень, игра продолжается. Да, 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 да. Я здесь. Давай. Да, докупить мне фейзы. В бой! Так, стоп. Что? Вау, у меня. Ч
Что происходит? Они вот здесь вдвоем. Втроем. Здесь нет варда. Не вдвоем, а они там все. Конечно. Нет, я просто... Можем подыхать, не сможешь. О, я знаю, что соберу, мужики. Я вейл какой-то соберу. Нашел. Иду, иду. Ваша нижняя... Еще один. Все, ты сейчас будешь умирать, потому что здесь нет. Сейчас я тут. Осторожно. Обязательно. Ладушки. Прикольно, они фарм трейдят, конечно. Да, я рядом глебом стою. Вашу нижнюю башню атакуют. Они просто вчетвером идут тушить вышку. Я иду. Да, ваша нижняя башня разрушена. На самом деле, я бы тебе, Глеб, без шуток после Радика БН добрал, потому что такой кайф. Да. Радик есть? Угу. Всё. Вот еще вот БМчик, это прям вообще верхняя башня противника разрушена. Быстрее! Я вот так вот доберу. Я улетел наверх. Конечно. Они все вчетвером просто, но они никого не догонят. Да? Так и думала. Или нет? Или нет. Или да. На прорыв. Мне главное легионки убить таки. Ну вот, все отлично. ДД. Быстрее. А если Глеб заберет ДД, мы с ними подеремся, мы можем, не? Можем, но это им надо как-то поподставиться, да. Ну, типа, мы если... видим, отлично. Да нет, просто идти в них это бред. Типа, Глеб очень много фармов вот теряет. Если все это будет в ордах моих, тогда может, потому что мы их будем видеть. Если нет, то... Но вы учите, что у Глеба нет ТП, если что, ему шочком придется, поэтому надо осторожно. Ну они все вот тут были, я не знаю, где они еще. Обязательно. Рошан появился. И они... Ну, туда. Видели Рошана. Согласна. Эх, фак. Что Гвенни, ты? Ты нам нужен. Так, сейчас он оглушает. Сурсы там нет, Турси, они не бьют сейчас. Можем они вот тут, походу. Но если нападает, то вот в этих. Вашу верхнюю башню атакуют. О, вот это, конечно, я извиняюсь. Не спорю. Вашу верхнюю башню атакуют. Так, не пускаем остальных. Не опустим. Гений, блядь, на земле. Сейчас у меня сейчас все будет. У меня тоже. Главное, уходи. Что у тебя? Все под контролем. Рошана. Да, нам надо Рошана. Все, у меня на этом героя не первая и далеко не последняя игра. Я рассчитываю урон. Хотя за счет чего он стал таким жирным? Ну, я потому что... Мы не убьем Рошана. 4-4... Артем, 4-4 за уровень. Как у Рошана. Тебя надо бить, Артем. Я понимаю. Я говорю, Рошан, 4-4... Знаете что? Вы бейте его все просто, ну там... Дофига времени, типа. Так, я бы сейчас... Кто берет-то? Артём? Я, наверное. А, Зевс? Да дай мне... Что? Я три раза подряд вообще нажал... Вообще Зевс, наверное. У меня форстав есть. Я очень сильно хочу руны. И они врываться будут. Ну и он уровня выше, все так. Глеб, сыр тоже Глеб. Возьми. Ну хорошо. И возьми, лол, у тебя. А, я возьму. Ну, держи, Артём. Где ты? Я вот бегу к тебе сверху. Всё. Быстрее! Я турсы, по идее, просто уеду. Ну, типа, своих двоих. Нет. У меня сейчас будет Саша Кай. Нет, все равно, это урса. Не урса, серьёзно. Но у нас форстав есть. Нет, у меня вот это есть, я форстав соберу. Я говорю, типа, если я рядом, он тебя вообще не ударит. Никак. Так и думала. Не знаю, что мне взять. 15% перезарядки или лучше оглушение? Тут, наверное, оглушение получше будет. Ну, я не знаю, я всегда беру оглушение, если ты берёшь Аганим. Да, Аганим ты всегда берешь. Ну это реально сильный талант очень. Да, согласен. Типа, у тебя у героя не убьет.
Кстати, Артём, тебе тоже что-нибудь жирмаш какой-то? Тебе, может, потом папик добрать, потому что у нас нет героинок. Есть там смысл мне вообще в дагер брать? Можем? На ВК? Ну, наверное, есть у них такие герои, чё. Окей. Вообще имеет смысл, потому что там есть Лич, ой, Леон и Гримстрок. Тебе надо одного из них убить. Хорошо. Того, как я её не убил ультой? На стике плюс вэшка. А, на стике нажал. Я просто не видел. Я уже конечно. Я сейчас думаю, мне в магическую пойти или в физическую. Согласна. Ну ты собери какой-нибудь артефакт на команду, а то у нас что-то так получается, что... Я иду. Это ну, я не могу бить. Как знаешь, на самом деле. Ладушки. Типа, играй душой, как говорит Дред. Так, все, у меня набор джентльмена готов. Как бы этот называется Стаса не трон, есть. Вообще, я знаю, что мне надо собрать. Вайл. Артём! Есть уже. На? Понял. Я раз... Да. Успели. Я у нас только редко собираю, что... Я уже переколки просто левел взял. И не нажал его просто файтик, слово. Отлично. Как обычно. Я всегда вдруг... Застак и эншентов. Смотрите. Конечно. Что это, бля? Бля, я, короче, сегодня стал так же крипов не отвел. Типа... Давайте пока у нас Эйкис будем нормально позиционно пушить. У нас есть Т1. Можно, да, которые пушатся достаточно давайте. Просто. Обязательно. Ну и кто-то должен подставляться. Ну, у нас в игре есть два героя для этого. Бой. С вторыми жизнями. А, и в этом смысле. Которого Женя уже такой, пацаны, я готов. Нет, не два саппорта, а просто. Да, о. На самом деле это норм. Жалко, что я не продолжил. А, сейчас пуш. Да, там, у меня... мои скелеты пушат. Да, у меня кнопки не нажал. О, я кунг нажал. Я сейчас прыгну у него. Все, они ой. Корабль прибыли. Ну да, что-то как мы совсем сильнее. Да. О, он вообще... Все, Денис за мной будет бегать. Ребят, Денис, типа, отдыхает. Я, ребят, тут флексу, с вашего позволения. Немножечко. У меня сыра есть еще. Ой, да, еще наоборот, у меня сыра нет. Какой у меня герой? Ух, сука, как же я на зимерке давно не бахал. Такой кайф. Сейчас она видим? Сейчас она зарядит. С своим первым скиллом. Поэтому надо разойтись немножко. Я не без камней. А Илью будет? Да. Ну, я бы ушел на самом деле. Отойдем, давайте отойдем. У меня камней, ребята, это идем. Все вместе, без ТП-шек, спокойно отойдем. Все, можно ТП-шиться теперь. И призми. Я вот... Для пруны там заберешь? Мы с ней заберем. Так, Жень, я книжечку заберу, потому что это... А я не кажется, пользуюсь книжечками. Мне кажется, знаешь, тебе там мало чего поможет, если кто-то впрыгнет. Такой герой, к сожалению. Я тебя могу, конечно, так вот благородно пнуть, если что. А Егис закончился. Хорошо. Так, давайте подумаем, что я... Так, тайминг закончился, Егис. А, кто-то Курусия взял? Иду. Похуй. Не, кураж во мне, я все сюда вез. А, все. Не, ну она типа тут была, я не видел в какую сторону она. Думал, может кто-то потайной, я переюзу. А, тут Веника, кстати, раньше Талик был на экспу еще, по-моему, на 15 или на 10. Я иду. Он тогда реально жесткий был. Быстрее! Да ему сделали 40 атаки вначале. И все, из-за этого. Занесло сложнее.
Ну да, у меня типа номинального урона больше даже, чем у тебя с руки. Я очень рад, что земелья, конечно, прирост силы сделали. 4-4, блять. По-моему, кентавра только больше. Ну, у Пуджа спасибо еще. Иду. Так, у меня еще линку в дуэли. Нет. Зачем что-то это? И все. Я иду. Че, пойди. Или следующий Рошан, а потом сносим, или мы сейчас сносим Т2. Лицо. Можно, мне. Потом. Ну, я бы Рошана подождал. Жень, спаун только не заблочишь, Жень? Да, я отхожу. С ножки, да. Отлично. Главное сейчас по одному не умереть, как случайно. Все будет вообще замечательно. Так, а... У них вот здесь вард. Почти наверняка. Кстати, ебать, конечно, у Веника вот этот с Аликом на 20-м. Шок. Нормальная такая поезда нового, да? А ты на 25-м видел, что? Там еще АУЕ, да? Да. Ну, вроде прикольно, но, по-моему, все берут этот. Кстати, а что ты не взял этот? Что? Два варда при попадании кушки. Я не знаю. Вот. Ну, по-моему, очень сильный талик. Особенно на 25-м. Плюешь, и у тебя тупо спаунится. Да, я не буду брать, я просто хочу вертануть и... И флеш. Я не буду палить аганим, у меня сейчас он будет уже скоро, типа. Я не думаю, что это так. Они все пропали. Надо будет драться просто. Мне. У меня бы 20-й апнул еще для золота, чтобы... Вперед! Это ворс! Ам, извините. Так, и думала. Так, Стас, оставь мне какого-нибудь медосну. Ну да, вот этого большого. Лечу. Подобно волкам Айсека. Ой, ебать. Сейчас еще ГПМчик возьму. Иду, иду. А сколько Рошан спавнится? Какие-то 8-10 или 12? 7-1. А Аигис пропадает через 5 минут. Через 6. 6. Ну, типа 6 минут, и потом Рошан с 7 до 11. После того, как Аигис пропадает. Ну, пропадает Аигис, это 6-я минута. И через минуту он может заспавниться. Это самый удачный спаун. То есть если российский, он уже может появиться. Да, вперед. Но чисто практически мы можем 11 минут профлексить, на самом деле. Быстрее. Там следующий Рошан с рефрешером, его никак нельзя отдать. Да, если Стасу это дать, это просто наебал 2 нимбуса. А у меня типа 25-й, ну это типа... Он вообще в столу всех убьет. Обязательно. Бля, жалко то, что, конечно, порезали нимбус, когда там, ну, да? Октарин больше на нимбус не работает. Идут они. Я охлаждаюсь на глазах. А, Артём, а давай. Я ТП-шусь. Ну, я бегу. Надо их как-то подцепить. Ну, они все БКБшки прожали. Какой баш? Денис, ты... Бля, Денис, ты охуел? Пиздец, он взял меня и забашил. Рошан есть. И руна есть. Угу. Все, ну... Рошан надо убивать. Опять я вел никуда. Браво. Браво, блядь. Просто охуенно. Ну чё напомнишь, блядь? Почему у меня пиздец? Бля, все юниты с башен будут башить в этой игре. Быстрее. Не спорю. Рошан убит силами тьмы. Заберите Аегис кто-нибудь, ребят. Давайте я готов. Мне реально нечего. Или ты хочешь? А, или да, бери, ты, блядь. Ну, я просто, да, я вот это вот, с этой хуй. Хуй то и страдаю обычно. Да. Мне просто так. Тут его вообще нельзя репикать. Да, да.
Забей, ну типа, ну, у меня X будет, они до тебя не доберутся, я просто как ебану. Закончим все. Да. Поверху. Иду, иду. Думала. Блин, прикольно, конечно, с Зевсом и с Виномайсом играть. На самом деле, в теории даже варды не нужны. Согласна. Да, кстати, для багана. Быстрее. Я просто сейчас прыгну. Я поддержу. Еще трех крипов. Ну... Давайте, давайте, что еще придумаете, паны? Жалко, вот на этом жал. Да, мне то что. Мем на то, что я не рассыпался. Что это? Да, я бы вообще тогда ноги сейчас может подойдет. Еще есть что ли так ли? 20 секунд. Гони из сразу снесем. Можно. Глеб. Ваня, дай мне сыр, может? Да, давай. Держи. Так и думала. Вашу нижнюю башню атакуют. Нижняя башня противника. Ну дайте продолжить ульту, блядь, жадина. Ну и сдохните. Вашу нижнюю башню атакуют. Сад еще дует. Ну, мальчик убить. Центральная башня противника разрушена. Ладушки. Нижние казармы противника разрушены. Как это, да? Глеб, у тебя будет? Не будет, все понял. Отойду. Дайте пиздели за... Жандос, крафал, как обычно. Вот без шуток. Ты, кстати, если тебе непонятно, как скиллы работают, спрашивай. А то я что-то, ну, я что-то, да, тупанул. Просто, ну, гримсроку еще года нет, да, по-моему. Как бы, понятно, что Жендос тут чаще всего из нас дотс играет. Благодаря Жене победили, я считаю. О, оут! Чисто Жендосич. Как бы, ванна. Мне интересно нет. Графики посмотреть в этой игре. Жидос твой стремится просто... Да не, вначале у нас все было так, типа, ну... У нас равная игра всегда была. Посмотри, у нас всегда рано. У нас всегда рано все было. Ну да, да. Я там... Ну, типа, я его убил в миду, а потом такой посос начался. Вообще, жесткий. Ну, как бы, да, чекнуть 10-ю минуту. А гонки Тайбрингер еще и апнули, да? Ну, его как сплэш порезали. Что... Ну, да. Сплэш порезали механику сплэша, то, что это теперь физически, и там брингер апнули. И Кунка вначале это пиздец. Ты видишь, да, сколько какой у него процент там ненормальный? Ну, и урон, и процент. Ну, урон, по-моему, такой же и был. Ну, процент, который сделали-то. Шок. Так это же апнули, получается, если он еще и в процентах бьет. Ну, его да, он... порезали, Глеб, его порезали смотри, главным Глеб, свойством тем, что он ты не можешь его дать, ну, типа, с деная. Нет, 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 это Глеб еще до этого будет, смотри. Заходите? Да, байт... да я вроде зашел. Нет? Смотри, Глеб, раньше какая механика сплэша у Кунки была? Ты бьешь по цели, и в соседнюю цель, в которую ты сплэшанул, там, по-моему, резистится что-то порядка 10 или 20%. То есть, ну, неважно, ты даже можешь герой, ну, типа... А чуть-чуть резистится? Нет, резистится чуть-чуть, Артем. Раньше? Раньше, чуть-чуть. Раньше там, как там... было? Ты бил чистым? Нечистым, Артём, блять, НС ну, показывал. Зависит от цели той. Да, да, да. Ну, чистым никогда не было. Не вот ты даже в крипа бьешь, там чуть-чуть резистится. Буквально там, ну, сколько проходит 90 типа, процентов, что-то такое. Вот. Но это было чистым, грубо говоря. Ну, как Артём прав, но чуть-чуть резистится. А сейчас бьет физически. Но бьет 165%.
Раньше бил 100, по-моему, да? Да, 100. Ну вот сейчас процент больше, но физическим. Раньше был процент меньше, но чистым. То есть как бы бежит какой-нибудь... Сейчас, вот как раньше было, ты стукнул в крипа, у которого 5 армора. Этот резист 5 армора произошел. Да. И после этого всем бьется одно и то же количество урона. Да, а сейчас ты стукнул по крипу, крип сколько-то получил, ну от резиста от этого крипа. А сплэш, у него свой резист. Так, сейчас вернусь. Я понял. Каждый таргет отдельно. Но если против него раньше невозможно было стоять, то сейчас вообще. Сейчас, да, сейчас можно выходить нахуй. Почему не парь стоит? Сейчас приду. Это там, ну, я имею в виду, Артём, герои, которые раньше против него страдали, Глеб имеет в виду, теперь просто могут выходить нахуй. Нет, теперь еще дополнительный урон. Там нет, совсем... он и раньше такой был, его постепенно апли. Еще он примерно такой же был, когда еще был флеш с хорошей механикой. Там, я помню, я за него дрочил, так, за кунг. Иван, заходите. Иван же зашел. А, именно, я не прыгнул, да? Сюда, да. Вот. Тикайте, я отойду. Ага. Бля, вы знаете, какая грустинка была, когда вот порезали сплэш, и типа я за эмбар такой, блядь. Теперь нет этих хайлайтов, когда ты с одного крита убиваешь всю команду. А жаль. Хорошее время было. Теперь он вообще ничего не делает там. Террорблейда, например. Да? Что очень хорошо. А еще знаешь, какой нерв был, кстати? Там что-то понерфили с позиционкой фистов. То есть, когда понерфили БФ, там что же сделали? По-моему, раньше, вообще независимо от того, где ты стоял, тебе с фистов залетит сплэш. Потом был патч, когда фисты били тебе ровно в ебало. То есть, типа, если ты стоишь спиной к Эмберу, он тебя бьет фистами, то сплэш как бы из-за спины вылетит. А вот был такой фикс. А раньше он вообще во все стороны сплэш летал, типа. То есть Эмбер рандомно бил, а сейчас, типа, он четко в лицо бьет. По-моему. Что-то такое. Надо, кстати, вообще потестить. Типа поставить кучу аксов. Поставить одного акса в центр. Что, стартуем? Вокруг. Да, наверное. Артём же тут, да? Ну, Илья мне тут написал, что система очередности выбора. Да вы вообще поймаете. Чего нет? Но главное, чтобы либо я, либо Артём был, чтобы мы еще пик взяли. А я бы сейчас, знаете, я бы за шаман пофлексил. Бери, смогу. Иван, бери. Я тут пока еще раз стойду. А, я сейчас... Не забудь меня разобанить. Обязательно, и бруду, то что... О, у нас 22-й пик! Осталось 5 секунд. Жидос, ебём! Кстати, ты в Doom играл на стриме, да? В Doom, да. Старый, 2016 года. Да, я хотел посмотреть, я обожаю 16-й Doom, просто еще кайфую. До куда дошел? Я на последней сложности, точнее, на там, где не одна жизнь, я прошел полностью. Но не на стриме, не на стриме. Так, потом я, короче, писал гуид на 100% прохождение. А в этой игре есть, короче, фатальный баг. На одном из прохождений у меня произошел, после этого у меня бомбануло, я перестал писать гайд. И, ну, чё за фатальный баг, в смысле? Там, короче, я что хотел сделать? Мне нужно было пройти уровень на 100%. Там на 9 уровне есть сейф-точка, прям посередине уровня. Перед этим, короче, есть руна секретная, которую я забыл взять. Я спускаюсь на этом лифте, после которой идет сейф-точка. После этого вернуться назад невозможно никак. Бля. Я не могу... Я нажимаю начать уровень заново, он мне все равно с этого лифта начинает. Прохожу уровень до конца, возвращаюсь, короче, откатываю, типа, прогресс игры на предыдущий уровень. Мне, блядь, все равно с этого лифта запускать, я такой, сука. А она вообще, знаешь, такая багованная Doom. Ты когда-нибудь спидран по ней смотрел? Там я чуваки просто... 40 знаешь, минут. Там чуваки, видел, через текстуры летают просто, блядь. Он такой, сейчас мы прыгнем, прыгает вокруг шкафа. Я смотрел разбор мирового рекорда. Нет, я на этот, на Games Done Quick когда-то заценил. И. Ладно, Бруда сейчас не буду банить, я подумаю, что. Осталось 10 секунд. Отошли мои мальчики, я хуй знаю, что за банить. Осталось 5 секунд. А, нахуй. Очередь кун. Противника выбирать. Не знаю, Стас расстроится, наверное. За какую четверочку я еще нормально так бахать умею?
Ну, как бы... Да, ну, как Кунка такой себе герой, я не знаю. Я его просто не люблю, но вы отошли, ничего не сказали. Меня у него бесит только один спелл, это крест, и все. Прям вот не то, что бесит, а это пиздец какой-то не спелл. Осталось 10 секунд. Ты его придумал, я не знаю. Не забудь стенку взять. Ага. Чёрт, не забудь стенку взять? Я сейчас тебе передам, возьму стенку и... Блин, какая же ты подлюка, Артём, это пиздец. Всё, ну я реально отхожу. Ладно, да я шучу. Стенку! И... Ой, кстати, знаете, без кого побахал? Парни, шаман или тени? Шаман или тени? Очередь противника выбирать героя. Надо за него учиться играть, тем более. За шамана я умею. Странно, что они забанили мипаря в первой фазе. Что-то это странно. Парни, ну тут необходима сигнатура. МК? А, не, ну раскайловочное это такое. Реально отойду. Тинис, чё-чё, четвёрка, это я себе взял, побах. Ой, жалко, у нас на ДСике никто не играет, это сейчас... Только земель, мне кажется, лучше. Чем Тинник. Хотя еще клопки. Я играю на Dark Siri. Ну как играю? Я примерно представляю, что делать. О, а может мы с тобой этот DS Тинник, мне кажется, онлайн вообще бомбический. Ну чисто, знаешь, там за крипасов за вышку встать под двумя. Да, подожди, Вань, давай посмотрим, что они будут брать, типа. Осталось 10. У них такие герои. Какие? Ну, потому что они много отстанов. От комп и прочее. Ну ладно. Не, я к тому, что это пока вот под этих двух героев Дарксир прикольно с этой стяжкой работает. Там типа гречка во всех, кушка ценки во всех. Ну типа, не, если не хотите... Опять же, типа, ты капитан, поэтому если возьмёшь... Не, мужики, моё дело предложить, я демократичный капитан, я же не буду пикать. Вот мне хочется за Дарксира, типа, команде не нравится, я не возьму, конечно. Так, давайте чё по бане, как вы считаете? Осталось... Парни, давайте Джаггера, не хочу Джаггера видеть. Да-да-да. Очередь противника запрещать героя. Мне кажется, они ВК забанили, он такой, типа, топорненький, Гулю. Я бы ВК больше боялся, чем Гулю. Ну и дело. Бери его. Мы ж Дума забаним. Мы ж Дума забаним. Зачем? Ну он неприятный. Да, Денис на коре будет. Денис на коре будет играть. Ну да, Денис на... Ну и Дума не будет нормально. Он не понимает, что. Ну, то есть, у него просто нет опыта игры на Думе. Осталось 5 секунд. Дровку может забанить. Ну, кстати, почему нет? Просто если. Ну, мне вот этот второй Денис, который понимаешь, он может на ней. Ну, типа, хорошая дровка, если там представлять, что делать, ей похуй на героев противника почти. Она там быстро уфармливает, пиздецанку держит. Так, нам нужна тройка. Артём отошёл, блядь. Ну я бы вот чисто панду просто, ну, я не знаю. Брюлик, а Артём как... Артём как... Ну, он, конечно, прикольный, но я не думаю, что прям супер-ферспик. Артём как себя за брюлика ощущает? Нет. А, у меня просто умут стоит, Артём не хочет. Только я хотел сказать Артёму, что, типа, ну, на любом Герыче исполняет, но... Это Артём. Ладно, а чё, может мы тогда ВК на похуй возьмём? Да, бери. Ну типа, мне кажется, мы anyway ВК берём, да? Да-да. У Глеба пиздец, он чувствует реально. Типа, когда в лес учитывать. Чувствует. Чувствует, как надо в лицо дать, когда к тебе повернулись. Бристолбэку, да, Глеб? Бери, я про премастера. Это мне тут сказали, что они на всех играют, бери. Артём, я не сомневаюсь, наоборот, что ты на всех играешь. Хорошо, да, давайте сказать. Вот, если не брюлик, то ещё в хат. Вот, есть кентавр, есть Thunderlord, есть Tidehunter. Вот прямо с этим. Ты можешь дать Артёму Тинника, а взять Пангольера. О, так, Пангольер, надо подумать теперь. Можно, кстати.
Но... Надо ВК идти в харду и брать что-то против Chaos Knight. Так они там ВК. Chaos Knight'у прикурить дадут. Типа. СК убивает ВК. Да. Да. Ну, на линии на самом деле. Ну да, у них слишком жесткий герой второй. На самом там он раз в 4 секунды стукает в голове. Надо отжать. Так. Ну, у нас так много времени. А, блин, я насчет харда, можешь попробовать что-нибудь какого-нибудь этого рандомного тайтхантера, не? Не-не, нужно что-нибудь интереснее. Может, лансера? У нас уже два таких героя, ну просто... Парни, а Феникса? Фениксу вообще никто ничего вот не делает. Вот да, Феникс, я тоже думал. Если под стан не встать. Я могу сыграть. Или могу Тинника взять. Ну, может, давай что-то... я сейчас возьму пока Феникса, он мне супер нравится. То есть у нас такие два жирных героя, которые могут спрыгивать, и под них Феникс яйцо поставит. А разбить яйцо им, ну, банально нечем. Типа, не самый сильный лайн, да, но как бы против ЦК и героя со станом хуй простоишь. Я ее забыл за Бонни, блядь. Сука, ебучий герой, ненавижу его. Блин, Вань, я только хотел тебя спросить, что ты на первом этом бане не забанил ее? Я ее... У нас есть пик против, ну, мы можем что-нибудь взять. Подумай, что взять. Ну, кстати, Тини уже нормально работает. У нас куча уебок. Да. Осталось 10 секунд. Блять, они всегда бабанят без там моего ебаного Хускара. Мне нравится... Бурда, да? Мне нравится Лина. Бурда... Нахуя Лина нужна тут? Нет, Бурда мид. Потому, что... только... потому что против Лины нормально стоит. Ну, можно взять кого-нибудь героя, который еще нормально против Лины стоит. У нас бан, подождите. Ну, например, ты отвергаешь, как бы, предлагай. Парни, давайте мы забаним героя, подождите, потом подумаем, что у нас за второй. А, у них что не хватает? У них хард какого-то не хватает, либо ЦК в хард. Но ЦК в хард сейчас не особо роляет. Значит, какого-то харда не хватает. Забань Слардар. Вот, я хотел... можно взять, блять. Во, кстати, нам можно мид-тайда взять, без шуток. Вот я вообще, я нулевый. Ну, я на мид-тайде исполню, если хотите. Я на нем, у меня на нем много наиграно, на тайде вообще в целом. Тогда Артём на... Бля, не, он что-то сделал. Шторма того же. Артём, взять? Забанен. Не, забанить. Не, даже... Забанил бы я Слардара, потому Слардара, что да, они как-то могут взять его, и он будет героя. Очередь противника выбирать героя. Заж, блядь. Ну, сейчас мы с этой хуеты все поймем. Не, у нас в этот раз куча героев с АУЕ, типа, у нас... У трех героев жёсткая АУЕ. Я пошел. Думаю, что я вместо Радика БФ возьму вообще. Забей, это бред. Ты можешь, не, взять, ты можешь не брать по Радик? По какой причине это бред? Ну, зачем это тебе? Без шуток, с БФом ты медленнее фармишь и импакт меньше, заметьте. Типа, прям... БФ все, что дает, это сплэш и урон. Ну, как бы. Значит, тебе... Радик ничего не делает, резюм ЦК, кроме как миссы. А ты ничего не сделаешь резюм ЦК, где они отжираются же. Мы там 100% крит с отжором. Как ты их убьешь? Ну, типа, ты им критуешь, сносишь пол столба. Он дает тебе стан, и иллюзии критуют, они фул хп. Ну, типа, тебе не хватит урона даже там. Банально, чтобы иллюзию убить почти никогда. Там же и сплэштер плохой физический. Можно взять Тимбера в мид. Блять, вот это, кстати, это можно, да. Это очень вкусно. Да, это жесть. Если они не забанят его никак. Единственное, что у нас коры, ну хотя нет, у нас Тини. Ну у нас супер клевый пик, как по мне, будет с Тимбером. Типа куча жира под Феникс. Надо определиться, что будет на других линиях. Ну и кто на ком играет. Ну типа ВКЦМ-ка, Тини, Феникс. Да, Тимбер мне нравится. Мне тоже очень нравится. На самом деле, такая, ну, пик из Тимбера, и вы, короче, на 5-й минуте оба за Т1, Т2 выходите, бьете крипов. Ну, так обычно бывает, типа, Бурда между Т1, Т2 стоит будет, и Тимбер между Т1, Т2. На самом деле, у нас такие еще герои сильные, что, по большому счету, Бурда никого не будет убивать, кроме ЦМ-ки, без артефактов. То есть, да. Даже там с диффузами она Феникса никогда в жизни не убьет. Ваканька в жизни не убьет этого Тини, блять, ну тем более. Он всех паучков гречкой снесет и ее хуям откинет. Или просто и прокас ебал даст на 800.
Ебать, они прям все до премия. А может, не думаешь, что у нас наш пик или что? Так. Сейчас они, блядь. Понятно. Это бурда в харду? БТВ, кстати, я все еще за Тимбера, потому что он стоит даже против инвокера. Ну, если хорошо играть. Не, подожди, ну тут можно много чего взять. Да, нужно подумать, что делать. Ну, тут опять же есть... Не, у них... Клопа, Разор. Надо тени ставить против бурды с Фениксом. Ну да, да, так и сделаем. Марфа! Сейчас вполне. Если что-то в мид прикольное. Мне снайпер нравится у нас. Ну хотя, не знаю, типа. Нет, снайпер такой себе. Ну я иду, да кто до него доберется. Ну я говорю, Разор, Лина, ВР-ку можно какую-нибудь. ВР. Нахуя ВР-ка. Она против локер не сильно. Да бля, давайте быстрее, парни, прилагайте, пожалуйста. Самый логичный. Давай, Разор. Мы можем бахать. Доел на нем играть. Так, осталось, и на тени кто-то хочет, я бы на тени побахал. Давайте так, хорошо, Артём на тени. Я бы anyway Тимбера брал. О, это помадка. Да, Тимбера лучше было брать, потому что этот Разор рассыпется от ЦК. Не, у нас там... Тимбер много... просто, блядь, ЦК выносит нахуй вперед ногами. У него кушка, блядь, просто ЦК плачет нахуй. Притягивайся. Если ну, ее еще дать до ульты, блядь. Это вряд ли просто получится. Интересно, когда он последний раз играл за инвокер. Ну, я не знаю, он тебя так мид должен прососать. Инвокер просто... Так, кто на мид идет? Разор? Да. Ну... Так же, ну то есть, тут все герои, да, они новые есть, чё. Десят, да? Вот я так... Да, вроде всех знаю, я только инвокера не знаю. Как бы я знаю, что мне нужно где-то в радиусе километра от него ходить. Просто убегай нахуй, как он видит. Там 512 мувспида, полетел, типа кучку дал, эшку дал. У них очень много зонящего дерьма, ну, да. Жень, ну это не проблема. Просто этот стенку будет давать, этот стенку будет давать. Не, ну у тебя такой герой, тебе же надо, ну, близко поставить. Ой-ой-ой, блять, мне арка надо делать. Пойдем быстрее со мной. Я сейчас моментально арка сделаю. Да, мы в харду, да? Да. Вперед! Сюда вот вартя нужно будет поставить, видишь? Че, прям Йолу туда бежать? Да, четко, прям вот сюда, вот куда я пиликаю. Alt нажми. А, ты за блочечку? Квадратик, видишь? Да. Прям вот. Самый угол, да. Да, там, если что, Жень, тебя подсветится красным, как только ты найдешь. Ну, типа, чтобы ты правильно да. ставишь. Так, мужики, шо у нас? Вот я прям вот несусь будет... на всех парах. Только главное не спалить. Быстрее. Ну там так-то Илья, вы видели, да? Он мимо прошел, он не видел. Ой, какая же. Меня. Меняем селение. А сапцы сразу, да. Если чё, я очень крутой, потому что у меня сапог. Я... Не спорю. А он паутину не ставил. Он не ставил паутины? Нет, тогда он может... Так мы... Ну, я всё, он первым будет пушиться, мы в ответ пушимся. Я с самого начала буду здесь еще, Артём, стоять, обдынаю этих жестко. Ну хотя вот армада нет, конечно, надо что-то... перетяжечки. Мы же за ней как бы в боевиках американских. Да, пятюню тут еще разменяли, так давай. Ебать, Стас, ты там этот, мошенник. Это продал. Ну, в теории у нас такой неебически жесткий тимфайт. Вот у них, конечно, тоже неплохой, но... Если мы нападем, типа, на самом деле, допустим, даже первым влетает Артём, ставит яйцо, и просто моментально туда все станы залетают, там, за медло. Вот это вот. Ты, кстати, Стас, не думаешь, ты вообще не берешь на Разора Рода Фетас? Это же пиздец жесть какая-то, нездоровый артефакт. Я как-то поиграл просто, блядь. Ну, типа, Вань, смотри, типа, зачем он? Супер сильные статы сбивает возможности почти любого героя до соулфрага.
Да, я просто, ну, я всегда, как правило, закупаюсь одинаково на разор, то есть я покупаю фейзы, барабаны, Сашу Яшу и БКБ. И я просто, то есть, я нажимаю крутилку, ой, крутилку, сосалку, и все, я уже бегу, как бы, мне вообще все равно. Мне просто не, ну, от меня точно не убежать, у меня куча нет. статов, статус резистом. Ну нет, от тебя убежать как раз от такого разора. Там, ну, 400, типа... там 490. Ну, вот по меркам дота это очень мало. На самом деле, если у тебя меньше 500, когда ты бежишь, то это реально плохо. Не, ну как, я же не заставляю. Ну ТП, да, просто ТП там, единственное. Потому что артефакт... Ну фишка в том, что ты его собираешь даже, не знаю, фейзы типа рода фотоста, это до 9 минуты вынесешь спокойно. И вот, ну и типа, стоит инвокер, смотрит, ты всасываешь, кидаешь рода фотоста километр, и все. И что он сделает? Ну или там вообще не инвокер, кто угодно. Ладно, что, мы играем? Все, я готов. Да, так они ничего не пишут. Да, тетю, куда? Тебе да, вниз. Она просто вообще по речке побежала. Потерялся в пространстве. Шевелимся, а то в ледышку превращу. У. Согласна. Я о чём, скорее всего, тон буду брать. Ну, я два раза нажал просто реплику. Я сейчас могу тос нажать, сразу прохарасить. А, тут соло и люха. Вперед! Там трипла снизу. БТВ я могу перетянуться, если надо. Да. Хотя, давай я пока постою под Инео. Трипла. Конечно. Блять, ну типа, сори, я что-то. Вот это я точно забираю. Вот этого ты точно добьешь. Или я топор взял, вот этого я добиваю. Артём, я подынаю, давай. Просто я 100% добиваю. У вас хитить можешь ты пробовать. Обязательно. Или я новый в эту игру, просто он не понимает, как крипов агрич. Я пока всех заминаю. Блять. Я класску сбили. Все, репорт меня отсюда кинул уже. Так, я, наверное, еще одну пачку простою, продынаю и потом пойду. Ну, чтобы Артем все вообще было прикольно. Конечно. Ты из чего у тебя микро выключен, Артем? Не знаю. Я просто к тому, что ничего будет. Так и думала. Что, коцать ее, наверное, нет смысла какого-то сакрального. Подобно волкам Айсека. Таран, что я не знаю. Так, ну ладно, я могу уходить от тебя, Артём? Да, да, конечно. Пойдем, мужики, с вами почилим. Не спорь. Я второй апнул. Так, я отойду, потому что у меня тут дабла. Вот этого. Убиваем его. Нечем. Дашь там? Это Тинни. Здорово. Пустил на него немножко. Я сейчас не забыл, блядь. Нихуя не поблочь. Подобно волкам Айсека. Я единственная проблема героя это... Огромный монопул, просто пиздец. Я иду. Стой далеко, очень. В смысле, отойти? Да. Нету инвокера. Я себе мангусы понес, гайс. А мне сейчас можно не я себе возьму? Да, конечно. Ой, ебать, я рано это сделал. Ну, мне не дадут отвезти, мужики, к сожалению. Тут ничего не поделаешь. Надо, короче, застакать. А у него вакси. У него вакси есть? Тас. Быстрее! Оля, он круг. Тебе. До Алена? Вот давай. Тут. Ладно, да, я бегу. Ты догонишь его, да? Да.
Я его сейчас кнутя кину. Обязательно. Согласна. 3 секунды у меня топ. Понял. Спорю. Ребят, можно куру? Так, Артём, если что, я тут, на всякий случай. Если я как подставит, шибётся. Ну, у меня 10 секунд. Ну, я просто говорю то, что... чтоб ты знал, понимал. У тебя всё нормально? Ну, он, скорее всего, будет больше добивать, но... Ну, а пока что я имею в виду... Ну, с пауруни у тебя всё вкусно. Бля, у тебя есть уровень. У меня сейчас... Вперед! Иди сюда, Игвини. Конечно. Игвиниально. Ледяные клыки. Мой лед обжигает. Сейчас Роман будет. Чё Макс сделал? Он мне просто руну отдал на халяву одну. Ну типа он мог вот подождать, законтролить, потом подстанить. Он тебя спину сейчас зайдет, скорее всего. Прям даже 100%. А, нет. Так, я сейчас возьму ТП. Возьму еще немного маны. Так, мне вард надо гнит. Куплю Сасу вард, капли. Всё, несусь я все дерьмо. Можем сейчас я попробую как-то выйти. А. Меня убили. Живёшь? Нет. Пиздец, я не успел. Ну, чисто тайминги. Просто здесь закончился вард, и по таймингам он чисто зашел. Ну, да, я что-то видел, просто он ушел, мне что-то нихуя не сказал. Я сейчас приду на низ. Уже ноль шансов кого-то убить. Не-не, Джокера все еще есть шанс убить. Если поставить. У меня хотя несколько. Хотя мне как-то инвокер бы хотелось. Он вообще без сапога слаб. А рун снизу. Леон пришел. Как-то он... Блин, к сожалению, с разором на лайне всегда кушится. А забегут под вышку? Забегут он тогда? Да-да, будет все. Мне затаймить нужно было просто. Супер. Макс, ты что где-то? Да что? Просто провал нахуй. Я в лес сейчас уйду. Давай, я тут типа почаю. Затинь супер важно, как скучаете. Я иду. Так, сейчас вернусь. Да. А что, у меня ТП нет, если что, осторожно. Так и думала. Надо ЦК оторвать, ебло. Да, сейчас. Я застакаю тут крипов. Чтоб потом, может, ты забрал. Бля. Ты успеешь дать мне стан? Я же ранее пошел пить. Угу. Ну, мы ему оторвали. Понимали. Сколько паучок дает спы? Нисколько. Серьезно? Ну, в плане безумно мало. 5 может быть, блядь. Просто 10. Накидывала до хуя. Как? Нет, сейчас ты че, она вообще ничего. Она может 100 пауков свидеть, ну и типа окей. Можно сейчас на развороте кого-то убить. Ладушки. Вот да они сейчас... Жеп, попросайте, пос... Не БТВ, если я как-то смогу быстрый дагер? Я получаю мне пятый и ухожу, вот, так что будешь фармить тут. Ну, фармить. Я... Артём, у меня нет такое. Ты живешь как-нибудь? Нет. Блять, сори. У меня было бы ТП, все по-другому было бы. Моя ошибка. Я пока мы пиздились, я не уследил. Иду, иду. Кинь. Бля. Я поздно что-то подумал, бля, реально убили бы. У, сука. На уебаночах, извиняюсь. На прорыв. Ладно, мне теперь каким-то магическим образом ваши нужно один раз убить врагу. До полного кайфа. Не спорю. Отлично.
Кирфу Воски, наверное. Вашу верхнюю башню атакуют. Вышка вкусная. Вперед! Жень, ты сейчас можешь уметь, осторожно. Нормально. А можешь попробовать? Я бегу. Я отменил. А, нет, я отменил. Ну, я тут, типа, пока для фрисурга, я тут инспект по флексу. Я могу прийти вниз сейчас. Да, да, это вообще клево будет. Тут такой булочный. Вокера нет, осторожно. Бля, единственное, чего очень сильно Артема душит, но я как еблан второй раз трачу ТП. Ты, Артем, учти, что да, не... Экспы того, что не знал, сколько... Экспы дают. Конечно. Да. Все этот, если у тебя все в кайф. Остался восьмой. Медас и Нокер. О! Здорово. Что там у вас с линией? Я лечу вниз. Давай, давай, Вань. Я тоже. Я бай. Ну, а сука. Парни, не надо. Ну, я на всякий. Anyway, у меня не хватит ЦК. Да-да-да. Может... Ладно, не будем пушить. Почему? Ну, вообще, да. Руны, 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 руны. Блин, не успели. Это плохо, типа. Силы света укрепили свои сооружения. Шейнвокер. У меня ТП еще. Дурак такой. Да ладно. Вокер сейчас заберет инвиз. У меня было ТП, Артём, но я вообще никак опять не добегал. А ты можешь мне говорить, когда ты это собираешь делать? После если я успею ТП дать? Да, просто. Пиздец повезло. По чуть-чуть под тебя успеваю ТП дать. Это минус 2 моментальное. Так, я стараюсь на фастдагер скопить. Типа супер фаст он. Вот тут Леван. О, пизда тебе, Жень. В меня? Ладушки. А я бегу. Я не готова. Ой, пиздец. Что у меня так? Нихуя себе. Походу мы догорели. Не, нормально. На самом деле я... У меня все золото с фрагов, типа я потерял 50 монет, что ли, или что-то такое. Лучше. Так, смотрите, у них ресурсов нет снизу. Можем опять снизу пытаться убить. Можем. Есть ТП. Я ТП-шусь. Ты если Глеб начнешь, как-то. Я сейчас не буду палиться. Я по-моему, я спалился. Но это не точно. Сколько не играю, я никогда не могу вылучить у меня напрямую так видно. По-моему, нет. Но если они супер гений, они посмотрят, типа, как экспа разделяется. Ну это зря он вообще. Кошар лет есть, но... Бля, ебать, как же замедлось и нароляет. Все, наверное, не стоит, Глеб. Уйди просто. Если я под этим замедлом не могу просто... продохнуть. А у меня опять нет ТП на Артема, это просто пиздец. Я не знаю, давайте мне... тогда. Мне с тобой надо стоять, забей. Мы снизу не можем убивать. Как? Просто не понимаю. Без поддержки. Я отошел. Три раза убил Леона. Да, да, о, фак. О, я книжку сейчас пишу, во-первых. Так. На самом деле с ТП с Жендосича Артема мы убиваем. Я бомбу. я могу ТП-шнуть. У тебя нет контроля. Красиво воскресать не запретишь. Ну мы и без контроля я не убьем. Контроль только у меня уже не. Ну не так нагло. Конечно. Он сейчас на тебя полку. Если вот так показаться, типа я здесь стою и меня не было. Что мы здесь забыли? Всем отрядам дать такое. Я застакал. Я просто стою на всякий. Типа я экспо не пижу. О. О, подойди ко мне. О, слушайте, мы никогда так не убьем. Я 100 монет подлупил просто Артем и все забил. Я убью рано или поздно, парни. Нет. Не, она быстрее гений. Чем ты знаешь? Типа она лесу не может бегать, а ты не можешь. Мне бы пачку до 100 взять, как ты инвокер убить. Типа,
Если хотите, то идите на свои линии. Сейчас уже... ТП, он у нас сейчас будет. Я вижу, вижу. На прорыв. Ну что это? Боже, ты видел это? Да. Я три раза нажал на него, типа. Я иду. Санстрайк мимо. Помнишь, раньше? Шрайн, да. Ладушки. Если шортим, мы готовы шрайн. Чай ебать. Не спорю. Привет, привет. Быстрее. Ну, может... Как? Ну, у меня ничего не было больше, смотри. Я тебе сейчас кину. Бля, я тебя в бруду кину. Подойди ко мне, подойди ко мне, просто подойди ко мне. Просто... Я догоню его. А, все, хорошо. Конечно. Я Артём дал все, что было. У тебя просто на самом деле... Блять, надо тебя как на соло-экс поставить, я хуй знает. Не, я и так соло, я просто... Не, в плане, как ты тебя подсекьюришь, чтобы тебя... Мы сразу ёбнем бруду и всё. Ну, я дал все скиллы, не получилось у нас. Не, ну я... Просто мне... Не, без даггера, боюсь, не идет. На дальние фраги. Сейчас на 15 надо руну взять. Да, я не мой. Вот тут хотя бы мы успеем. Одно точно. И вот это точно. О, у меня очень до даггера близко. Скорее всего, в миду варды есть. Посмотрим. Не спорю. Я машинивай тэпнусь как-то. Ой, блядь. Да. Артём, брат, есть шанс, что ты живешь? Как же не забываешь? А у нас что, лайнинг кончился, ребят? Я просто буду тэфать Т2 тауэр и все. Сейчас вообще нет смысла приходить. Если приходить, то с самого начала. А сейчас это не такое хуже. Нет, я понимаю, я просто экспу лутаю и сейчас... не пушу. Укрепили свои сооружения. Ну, сейчас... Не, Жень, тебе тут пошли не надо. Там Денис тоже фрифармит, вот это плохо. Вот тогда лучше хотя бы Дениса бы напрягали. Ну, мне даггер нужен, я говорю, мне нужно место, где я могу взять даггер, у меня нет этого места. А вот это бы убить. Центральная башня противника разрушена. Так, у меня сейчас будет даггер тут скрип. Ладушки. Так, ну я с даггером могу что-то пробовать. Я помню. Да, я Леона бершу. Че? Если кто-то хочет вниз, сейчас самое время, то сейчас с даггером. Вашу нижнюю башню атакуют. Так и думаю. Сейчас попробуем два крестас. Ну, я могу тпшнуться вниз. Тауэр терять просто так. Ну да, мне тоже не хочется. Вашу я тоже могу тпшнуться. Ну чё? Я еду тпшу. Мне летит тпшка просто. Я бегу, я сейчас типа прибегу. Я без тп, ребят, но я пытаюсь туда дойти. Ну, ребят, это какая-то хуйня. Полная. Потому что я могу тпшиться, я могу тпшиться, я без тп и... Гандос! Конечно. Ну не бей, пожалуйста, скрипов. Мне очень нужен Радик. Да, и Артёма в это время хуярит чуть-чуть. Просто Макс его раз 10 хуярил. У меня бабла нет, я только даггер взял. Ведь я Макса вообще не могу по карте найти просто. Вашу верхнюю башню атакуют. Я его бы этого убил по касту. Вообще должен. Вообще идея, я поулыбался. Вашу верхнюю башню атакуют. Силы света укрепили свои сооружения. Может, он как-то неправильно побежит, и я убью? Цеплён. Да ладно. У него пальца нет. Да. Вашу верхнюю башню атакуют. Я нечаянно это нажал. Хорош. Я же боль сказал. Бля, наконец-то хоть один ёбаный момент выдался, когда я мог запрыгнуть и убить. Быстрее. Так и думала. Транквил и... Манула. О, инвиз. Я, наверное, взял бы. Да, забери. Живёшь, да, Артём? У меня есть что-то поесть. О, ребята, хочет ли кто-то вот? Да-да-да, вот эту... я иду.
Можешь кидать? Я сейчас метну. Вижу следующий таргет, господа. Да-да-да, надо мочить. Ему пизда. Я его сам бью. Где там еще кто-то был? Бруда, но... Ой! Соответственно, Бруду — это герой, который не выигрывает соло-игры. Я... Мы сейчас просто если спросили. Если знать... Не-не-не, я... Мы в целом поняли все без проблем. Про то, что я просто, главное, просто стою задачи не отдавать, затянуть, и Бруда будет таким сильным. Я стою сзади на случай хуеты, если что, не беспокойся. Ну хотя, ну всяк главный я случай хуеты. Я уже завардил, поэтому... Не спорю. Так. Я теперь саблю какую-то пытаюсь сделать. Я, кстати, БТВ поиграл за магического тени, это такой пиздец. Ну, типа с Экторином, Этериалом и Талантом на 25-м на минус КД. Ну, ты не хочешь вот там вот этих мопчиков побить? Каких? Большое количество. Как он меня хочет убить? Да-да, сверху руны, блин. Ну, руны, да, проебаны. Артём, хочешь? Смотрите, куда ЦК зашёл. У меня нет ТП. Ну, есть ТП, но у меня мана нет. Артём, хочешь? Бери книгу. А, да зачем? Я просто статично стою и деф это ура. Хорошо, я мое дело спросить. А еще мое дело убивать Леона пока, да. А давайте я вот сюда лечу просто и все. Да, да, надо бы. Я лечу. У тебя есть кушка, Артём. Да, я бегу. Кину вышку и вот иначе я помогу. Я понимаю. Жень, заморозь, Жень. Это мой мальчик Евгений, блядь, сосай. Соло, блядь, для Евгения. Не спорю. Ну, кстати, это... Артём, по-другому никак нельзя было. Она бы ушла из пеники на Женю. Нет, я про то, что, Жень, надо сразу навести камеру и... Ну, короче. Я успел, я понял, что он хотел. Я не думал, что Женя так сделает. Ну, он то есть недооценил Евгения, да, Артём? Да, это, конечно. Ну, так, конечно. Так, где кик, где репорт, не знаю. Я вот просто вот так вот сделаю. Давайте, я себя просто выкину. Сука. Мы не переживали, блядь. Как бы... Сейчас бы на Евгеньче. Я буду дефать броду теперь. Да, ну, удачи и что-нибудь ВК нам сделать. Не важно, в принципе. Нам главное, чтобы. Мы, кстати, против Бруды еще не так много товаров потеряли. Ну, с нашими лайнингами, ну, в плане вот. Стас хорошо писал, мы так средненько. Согласна. Regeneration. Ну, я сейчас как-то хочу на какой-то. Я заберу его как. На какой-нибудь сольного, блять, Максим наткнуться, чтобы ему объяснить, что я пожилой камень, блядь. Иду. Максим, выходи. Мне нужны фраги. Иначе нахуй я живу. Так, ну вот тут Андрей. Да. А, сорян, Стас. Фарми. У меня все очень хорошо, типа. Конечно. Так, господа, есть желающие вот тут вот, возможно, монтак. Ребята, у него много, но это плохие. Такой герой, который прям чисто тройка. Скорее, типа 3-4. Ну, тебе тоже артефакты нужны. Ну, то есть у тебя очень сильно бафы тебе. В том плане, что типа он купил медас и с талантом просто чит. Ну да. У меня БКБ, типа. Надо что-нибудь активность намутить. Все еще предлагаю CK вместе с Станиславом снизу приходовать. А где он? Он вот тут где-то фармит. Да, а твои скелетики сбивают этот. Даггер? Не, спаун. Не, они умные. Не спорю. А, они проходят прям. Они убегают сразу. Они на таргет проходят, в смысле? Вот ЦК сверху. ЦК сверху, я сейчас себе донесу одну хуету. Они пушите, да что? Я могу тпшиться туда. Мы все можем тпшиться. Я не могу отходить. У меня, правда, до БКБ вот так вот, типа. Главное, Артём, тебе не умереть, потому что это... Ага, все, немножечко. Там. Сбилось на водочку, пана. Что, будем драться там в пятером? Я тпшусь, только на Б2. Только у них... Ну, у них там есть.
У нас... А мы либо так идти, либо вот так, но при этом надо туда вард поставить. Женя... У него один обзор, да, он сейчас может поставить. Женя, даже у если меня не нет ничего, сейчас я их себе принесу. Летит, летит. Блять, я бы сейчас Леона убил, если... Сука... Чуть не повезло. Да, она супер хорошая. Женя, где ставь, Женя? Ну, нужно, нужно Женю проводить. О, драка. Это интересно. Я сосу из него. Как дела, инвокер? Это ёбаный Тини. Пацаны, у меня проблемы. Какого характера? У меня нет проблем. Приятного. А я бегу, я бегу. Там есть настоящий? Да есть. Ладно, да вот он настоящий, господи. Он улетает. Помогите! Комьюнити-то что? Глебстан? У меня все в КДМ. Лол, вы бы его убили бы. Сейчас руна будет. Ну, мне вот это вот, типа, блин... На самом деле, я если бы у меня, если бы у меня было БКБ, мы бы выиграли сейчас, драку просто 5-0. Блядь, кура. Вот он вот тут может быть? Ребят? Я бегу, брат. Пошел нахуй. Инвокер отпнулся. Парни, 10 секунд. У меня 4 секунды с магией. Чейзим? Да, конечно. Ебать, Иван П, нахуй, на Тине. Куда ты там собрался? О, фак. Парни, ну я туда уже не полечу, слышишь? Yeah. Ну да, тогда не надо, не надо, не надо. Конечно. Жалко, если тебе сабельку не донес. Господа, шо, кто-то, Вань, можно кто-то... я себе это? Конечно, конечно, мне это, ну, мне не принципиально. Ладно, я нажму, ребят. У меня это... Герыч, Глеб, ты же не умирал, да? Нет. Ну вот, с инкарнацией. Он с меня бабла, он с меня получил, а? 1000 голды! Бля, ну это мой факап на самом деле. Все, у меня еще будет Шива, и он меня уже не пробьет. Угу. Ну а Шива плюс Кирас, на самом деле, Шива плюс Кирас, это пиздец. Не помню, кто так играл. Мне кажется, Тортиз так играл. Ну, у Глеба уже есть Кирас. А, нет, нет. Кирас будет у меня. Ну, я просто, если Глеб там, типа, не собирал бы, я говорю, кто-то так на разоре играл, ты просто бегаешь 50 армора, я лексер. Ну, мы сейчас играли игру, там, Артём был на тринте, я на разоре. У меня не было Кирасы, но Артём кидал на меня... Я просто вбегал в них, и там... Ну, мне просто похер. Я предлагаю снизу, да, что-то научить. Да, можно. Я могу тэпнуться. Скорее всего, тут вард. Я бегу. Скорее всего... А, хотя... Куплю-ка хекс. Потому что я могу. Я им просто центрик сломал. Я далеко, ребят. Форчин. Да, мы зря. Это... Не-не-не, мы просто... Он тратит они... все свои эти. Почему зря? Ну, БКБ, паутинки, да, время. Тратит БКБ. Мы бы там не сдохли, Артем, вообще никак, абсолютно. На самом деле. У меня БКБ, типа, я вообще не умру теперь. Ну. Я за эти просто не следил, я вижу, что вот так будет. Не-не, там все под контролем снесло, было, впрочем, как все. Так, ходит тут. Жень, я на тебя ее кину. Приморозничка. Здорово! Давайте вышку. Давайте вышку. У меня только синтрии хуй-то нет. Никакой. Ну, уже есть. Это же Женя, блядь. У меня синтри. Два. А, забейте крипов, я не хочу скутать. Артём на душке. Да не, не помер. Глеб, ну, решили же вышку бить. Чё ты тупанул? А я, меня хватит, смотри, я сейчас подойду и прикол дам. Хуяк, хуяк. Вашу нижнюю башню атакуют. Конечно. Верхняя башня противника разрушена. Так, решили. Что, не убили вышку? Убили. Глеб, ну-ка извинись. Мы бы, во-первых, убили быстрее, во-вторых, если бы они нас напали, да, то фармил лес. Убили бы вот это интересно. Не-не, Глеб нормально сделал. Мне надо было подойти, я, ну, типа, я вышку на первую дорогу взял. Глеб вообще плевал. Не знаю, это забавно выглядит. Глеб чувствует, прочувствует. На пауков? Глеб, не боишься, да, препятствий на своем пути? А нахуй.
просто вести шагу назад. Да мне поебать, блядь. Там нам катаклизмы, там, ну похуй. Не, ну это правильно, на самом деле. А, ну как бы, на ВК шо пусси быть, правильно? Ну это правда. Ладно, я сейчас... Шо, может мне просто сейчас доебал собрать и пофлексить тоже? Жень, дай мне варды эти, смотри. Так. Вот, можешь просто оба? Положить. Да, да, оба. Ладушки. Спасибо. Ладно, я чисто на похуй доебал заберу. Я пойду на базу схожу. Конечно. Та-ра-ра-ра. Бля, вот это ваш кэри, блять. В копчиках я S2.8. Нормально так. Отлично, S. Перфектно. А не хотите? Это, если Рошану. Я подставить. Нам нужно кого-то из них убить, желательно инвокера. Инвокер на Рошане такую грязь творит. Хотим, нужно немного подождать. Керас. Ну и их убить можно. У меня еще вот так, типа. Ну, кстати, несмотря на то, что у нас есть Феникс на Рошане, который вообще ОП, но... Так и думал. У них тоже... Не заблочь. Хороший. Тут он вот. По гайду сыграл. Вы никак-то не надо недооценивать, правильно? Так и думала. Я Илюшки пойду под контролю. Армия. Бой. Я ебать охуел на инвокере, а? А там БКБ. Да. Чё-то мне все печальные печали. Реально надо Рошана, потому что они опять будут играть АДФ, мы так просто быстрее игру закончим. Медальским я в этой игре не вооружился, но я не знал, что у меня. Надо. Будет 2. Я сыграю это сделаю. Сколько там хп у Максима? О, ебать, Максим мне на одну. У меня 500 голды и потом го. А вот это что такое? Он один. Нет, он не один. Там сзади вот тут же показывался Максим. Я даю ТП. Ну а карте-то он один. Ах ты ж... Так, кто Женю? Женю, ну-ка пальцем покажи, дракон ебаный. Все нормально, я все еще жив. Дайте какие-нибудь скиллы в них. Я бегу. Не спорю. Ой, сгорел на работе. Сука, я тоже. Мне чуть-чуть не хватило. Я должен знать, когда даггера. Сейчас еще есть. О, ебать, меня хорошо сбил. Я что-то просто форт-сапнул с деревьев. У меня нет стрика. А у меня есть. Пошел нахуй. Что я взял? А, я взял за то, что нужно отстать. Ну ладно, пойдет. Тавр и потом Рошан. Мужик, сиди как по тавру бьет. Хуяк. Пойдем дальше. Может, инвокер побегнется. Пинка. Ну, кстати, да. Ай, блять, мне тогда надо было взять дерево. Ну ладно, похуй. Конечно. Ай, плохо играю. Я мог уже выкинуть. Хуй. Лучше не укрепили свои сооружения. Вообще вы снесете, типа. Да, то, что я еще горю 3 секунды, это, конечно. Согласна. Бля, не, я не хочу отдаваться за это, если честно. Ну я просто на самом деле плохо сыграл, я дерево не пере это. Че, они побегут там за вами или нет? Если что, у вас все мультимативное. Я вот так смещаюсь. Я бегу. Быстрее! Ничего... Не-не-не, это мне вообще. Я под самый конец хочу втонуть. Да, ты зря, Глеб, отошел от... У меня будет хекс. Я думал, ты просто брутку, я их так убью. Так ну, тебя брутку не убили, в целом неплохо. Невидимость. Конечно. Невидимость. Пойдемте нести. Да? Да, все, я хорошо, но ты фэшнлся. Зачем ты? Не спорю. У меня шива есть. Опа! Жень, земля тебе! А не, я думал, там ЦК зашел. Жень, только бежит, блядь. Пацаны, помогите. Укус ледяных
уходим? Ну, милишь, нельзя, мы уходим. Нижние казармы противника разрушены. Я иду. На развороте можем? Можем, у меня все есть вообще. А у меня даггера нет. Ну, типа, если вы что-то замутите, у меня очень... Дагвокера. Тортом. Нас видит. Схитим, можем все равно. Но... Не-не-не, я предлагаю постоять, а потом пойти. Постоять? Ворваться в них. Постоять, да. И стоим. Ну, шай Лебра забежит, чекнет нас и убежит. Какой пацан, я делаю. Забежи, чекнет, задох. У него ВКБ. А может это? Он сейчас на меня наткнется. Будем тогда? Ой, я с чем БКБ нажал. Сколько там БКБ? Ну, я цепану его. А я не добил, не добегу. Без байбек. Я бегу брать. Блядь, я инвокера прогнал. Давай, Максим. ЦК надо убить. Меня душ... Да почему в меня все сплыли, летят? Ты же заебался. Максим, иди сюда. Вообще, мне не нравятся эти пляски под фонтанами. Сейчас. Да, я мертвый. Давайте мид. Давайте мид. Танкуй. Я сейчас эти приколюхи возьму, подождите, пожалуйста. Сейчас тосик. О, нет, блядь, пощади, та сука. Я говорю, тебе вышку слышу. Э! Под прокаст Тинкера. Ой, чего-то. Тинкера, вот. Все. О, Тинкер мой любимый герой. Да. Ща, я... У меня нихуя нет по ресурсам, чуваки. Я сейчас этот рунки законтролю, доебалось докуплю. Статус, наш это после воли, так вот. Лес фармит. Ну, я сейчас нажму, к вам прибегу. Жень тоже. Я рун забираю. Че, купить гоним? Либо бабочку? Да, гоним, наверное, типа, закончить. Я бы сделал. Мне тоже гоним нравится. Я не думаю, что он тебя заруинит как-то супер сильно. И против руды вообще огонь. Ну, типа. Она из-за того, как гоняться будет, хотя... Вот, ну вот реально, на самом деле, бурда, 36 минута, жмешь БКБ, убегаешь. Всегда. Ну вот на кого она тут побежать может? Типа, и убить. На Жень только. Да и то уже не форстав. Женя и сам объяснит. Правильно, Жень? Угу. Вот и все. Не спорю. Постыдился бы. Задумался. О, павук. Ну крит, Глеб. Ну ты делаешь. О. Да давай, Люк, подходи, блядь. Подошел? Из меня пальчик, правильно. А что с яйцом будет делать? Нихуя. Ну, встань, стоим. Он наш. Да. Сейчас огонимчик. Блин, пойдем. Лучше я не брал бы талант этот. Какой? Ну да, на 1000. Им... Я почти всегда стан беру. И стан супер жесткий. Типа, чуваки чилят 4.25 через БКБ. Иди, какая большая свинка. Это я, да, Жень, я такой. Пиздец, я втанковал, конечно, дядь. Сам по четвертой позиции чисто. Блять, вот мне бы такого Жени в пабы бегаешь, Женя все варды берет там, вот, бегаешь, вот пиздишь. Иногда он досты берет. Батя там съебал. Чего-то сран талант. Еще, кстати, ну если навестись на кушку, он тебе никогда в жизни нормально раньше не покажет. Это правда. Конечно. Поэтому, ну, я реально купит. Пока, сука, сейчас. Ну, попробуй потом, типа, ну вот как. Он намного больше, по-моему, показывает. Иду. Или вообще, конечно, не показывает. Ну, что-то там такое было с Ринджом, я помню. Типа, ешка нормальная, вешка нормальная. Ну, кушки просто не показывает. А, просто не показывает. Ну, я точно помню, какая-то ебанина с Ринджом была у нее. Обязательно. Ребят, я бегу тут.
Ну я такой на транквилах дерево. Деревом. Давайте драться. О, Денис, что-то не пробиваешь. Бля, ну забавно, если бы как-то все санстрайки в Глеба, чисто он был мэл, ему убивает одну жизнь и всё. Чё мы под фонтаном забыли? Не знаю! Ты смотришь? Ой, что-то нет урона. О, у меня статик сбил. Лол, я не знал, кстати. Ты когда умираешь, ты статик сбиваешь? Да. Тяжело мертвым спасать, это так. Новичок на этом герое просто. Понял тебя. Так. Так. Дайте я проказ дам какой-нибудь посмертный. Эх, вот раньше Тини был. Ульта, которая статус и резист называла. Это был Тини. Пока, брат. Земля пухом. Победа Гудини Гейминг. Вот надо типсы с Ягвенью. Ягвенью просто монстр нахуй. Я не знаю, как мы эту игру выиграли. У нас Ягвенья, типа, как мы ее проиграли? Мы ее и не проигрывали ни одной минуты. Не, ну, поначалу. Если бы они, ну да, если бы вот они там минуте на 15, может быть. Я точно все. Все, да, давай, Жень, спасибо большое за игры. Че красота. Слышь, чтоб ты понимал, Стас? Боже мой, пишут нахуй, твоя аналитика, спасибо. Кто пишет? Кто пишет? Угадайте, кто. Или я? Тот очень сильно дышит. Стас! Короче... Ты чё, мочеча? У нас на 20 где-то 3 минуте Dota Plus... Ой, Dota Plus пишет то, что у них было 95% победы. Посмотреть наверх, то да, там совсем все плохо. Ну она просто Илью выбрала, и вот это глазами игрока, и сразу 95. А я просто не понимаю, у нас преимущество было всего, у них преимущество было всего 10 тысяч. Это каких 10? Даже 8? Меньше 10, 7, 8, 7, 8, 7, 8. Да, вот там 7, уже 7. начинается. Уже Андрей кидает, блин. Мы же кидаем. Опа, Андрей, возвращайся. Сюда, блядь. Опа, улетел сюда, опять. О. Что, у нас только Евгений не будет? Не, ребят, я все, я что-то, блядь, сейчас мне... А сегодня же суббота, алло, сегодня же суббота, сегодня не воскресенье. Жень, ну ты куда, зачем спать? Куда? Я не спать, я просто говорю, мне плохо сейчас стало. Плохо, а... Ну, пускай идет, знаешь? Забей. Типа, хочешь человек? Окей, он с нами вообще, типа... И так играет, это спасибо большое, без шуток. Все, ладно, ребят, я с вами на сегодня прощаюсь. Давай, давай, спасибо большое. О, господи. Так. Ребят, не знаю, если кто-то сейчас смотрит, перерыв минут 10. Не знаю, пойду ли я сейчас в банику, потому что я сейчас что-то прям, я не знаю, я нагнулся, у меня, блядь, сознание начало... Сейчас, ладно, перерыв небольшой. Что такое?
Говно кроссовки. Чувак, что за говно кроссовки?
Ой, пацаны. Сейчас, в общем, будет немножко бладика. Прям вот чуть-чуть. И еще одну баночку. Как хорошо, что доктор Пеппер не пенится. Всем сюда не лезет. Так, ладно. Пока запущу плойку. Здорово. Здорово, Пегас. Сейчас много играть не буду, потому что Дота, реально, я что-то прям пиздец. Я сейчас две от игры отыграл, наклоняюсь за водой, что-то прямо не сознание теряю. Хотя по моей игре не скажешь, что я потный какой-то задрот, но это сложно. Реально сложно. Что такое? Что за проблема? Короче, дайте я тут настроюсь. Ну, сейчас я запущу. Сейчас, как минимум, я должен убить Людвига. Ну, точнее, сегодня. Сейчас, если эта карта откроется когда-нибудь... Ладно, пока давайте пойдемте отсюда. Не знаю, откуда у меня 20 банок. Я вроде сюда вообще еле дошел. Что у меня по оружию? Да, пуху чинить надо. А что-то я смотрю, вот я не с той пухой.
Так, ну ладно. В принципе, что-то архисложного не будет. Именно по локации. Проблемы будут только на самом боссе, потому что боссов DLC их реально постарались сделать. Ну, не то чтобы на реакцию, но они реально неприятные. Особенно последний. Ну, последний он с бэкстеп. Ой. Бэкстепить. Его можно. Контрить. Так, сейчас идем в какой-то неизвестный анус. Здесь меня будут стрелять из пулеметов. Еще проблема в том, что до ближайшего шотката тоже еще до хрена времени. Это откуда сейчас? А, еще здесь стреляет. Перекатим. Так, хорошо. Что-то мне кажется, тут уже все. Ах ты ж... А чё у тебя так много урона? Так, здесь что нет, здесь ничего. Так, ну... Ой! Это что такое? Это что я нажал? А, это кнопка. Обожаю этот звук. Уважаемые, давайте, идите. Ой! Да это просто коктейль Молотова с часовым механизмом. Я не знаю, какой идиот это придумал. Вот у этого чувака как-то чересчур много хп. Но правда он бьет очень медленно. Я тоже догадываюсь, какой. Я даже думаю, что его фамилия начинается на букву М. Я похилюсь, потому что ну его нахер без фуфта проходить. Как хорошо, что эти ребята ваншотятся. Это, если что, все отчасти антураж вот самой первой локации. Так, взяли два одинаковых осколка кровавика. Я не знаю, зачем они мне нужны. Здесь кто-то будет нехороший. А, тут даже двое было. Замедленный коктейль Молотова. Что это вообще значит? А! Дед был заминирован. Ну, я его подобрал. Дед тоже был с часовым механизмом. Я думаю, знакомое место. Вот это. Только здесь не луна светит, а какое-то... В общем, очень светло здесь. Так... Пусть открою чудовище, это хорошо. Хорошо.
О, вот этот вот парень очень жесткий. Чё он стоял сейчас? А, здесь ещё есть такой удар. Точно. Значок пылающего молота. Так, ну и в принципе все. Вот здесь вот, по идее, должна лампочка стоять в основной игре. А стены этой вообще не должно быть. Так, хорошо. Далее, соответственно. Выходим из этого места. Цилиндр старого охотника. Ой, вот это проблема. Цвет оттенка свежей крови. Ох, обожаю это место, прям вот сочное такое. Бешеная холодная кровь. Так, теперь нужно прорваться как-то на север. Там что-то очень нехорошее. Но интересно. Ой. Так, ну по крайней мере это медленное отравление. Это DLC. Это DLC. А, просто DLC, оно рассчитано, я не знаю, как рассчитывают DLC, именно Миядзаки. То есть... Тут, как и в первом Dark Souls, в DLC... даже не знаю, как это правильно сказать. Оно рассчитано, короче, на середину игры. Но при этом мобы, которые дохнут с трех вот таких вот ударов, они явно не на середину игры. То есть, допустим, у меня был бы этот меч плюс 6, мне потребовалось бы 4 вот таких вот удара. А я не уверен, чтобы у меня даже бы стамина на 4 таких удара было. Ой, ё-моё. Вы кто? Уважаемый. Ой,
Уважаемый, а почему у вас так много хп? А почему вы так больно бьете? Телька. Господи, еще в подземелье идти мне. Я что-то реально охерел от того, что он что-то вообще моих ударов не чувствовал, сколько я ему четверть хп отнял. Так, мне нужно 2000. И я все время выхожу не там, где надо. Давайте, короче, спидранить до того места, где я умер. Вообще нахуй этих ребят всех. Спидран. Ой-о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 й
Молодец, молодец еще. Блять, минус 30. О, сука. А, он тоже на кнопке стоял. Неплохо. Жаль, конечно, 37 тысяч. Который активирует эти пулеметы. Особенно тот, который дальний. Ну, точнее, как вот эти вот три работают, которые основные, я не знаю. Но вот тот, который... Господи. Тот, который вот меня сейчас убил, он от кнопки работает, это точно. Я все равно не хочу здесь как-то задерживаться, хочу пробежать. Говорю, молодец. Вот вот эти пулемет, который меня убил сейчас.
Нихуя себе струя. Здравствуйте. Красный человек из чата. Вот, Пегас, у тебя твой ник, он всегда отображается разными цветами. И только у Акалега он всегда ярко-красный, всегда. Нет, серьезно, вот когда коллег пишет, ну, на хохлядском, я прекрасно понимаю, что он имеет в виду. Да. Да. Нормально, все. Все нормально. Я не понимаю, в чем смысл украинской раскладки, но она же не обязательная. Можно использовать русскую и английскую на одну букву только. На I. Это какие? Ёб твою мать. А они вообще используются? Я просто вот реально вот... вот это вот, которое первое... Ой, это доктор Пеппер у меня. Просто вот эту букву Г с апострофом я никогда в жизни не видел. Вообще никогда в жизни. Таша первая вон читается. Я правильно произношу? Так, короче, мне надо как-то убить этого парня, потому что он... Коллега, он тут один? Просто если он тут один, я тогда прям туда и зайду.
Когда у тебя кончится пулемет, Хась? 3, 4, 5, 6. Не достанешь, не достанешь, не достанешь, не достанешь, не достанешь. Вот оно, вот оно, вот оно, мое любимое. Эх. Вот оно. Здравствуйте. Урон, конечно, оставляет желать лучшего. Ну его, жеп. Тут я знаю еще как минимум 6 предметов, судя по гайду. Ой, какой я красивый-то, измазанный весь. Сейчас я вернусь. Дайте я немножко оклемаюсь от этих уродов. А то их там что-то хера. Да я понимаю, что там же сброя. Или что? Чего? Что ты от меня хочешь? Что? Чего, я тебя не смей прыгать на хромак, я тебя убью. Таракан, что ли, на хромаке? Нет таракана на хромаке, кто там увидел. Чего ты от меня хочешь? Что-то от меня хочет, я не знаю. Я не знаю, что он от меня хочет. Дайте я пойду положу что-то куда-нибудь. Секунду. Потом, что ты от меня хочешь? Потому что у меня сегодня была свободная оранжевая футболка. Какую я найду, кроме зеленой, ту я надеваю. Короче, у меня там по потолку Миядзаки ползает, у меня кот его палит. Так, два одинаковых осколка кровавика. Сок кровавика.
Тут еще 4 предмета в этой пещере. Так, противоядие, это хорошо. Еще кусок кровавика. Ребята, обычное противоядие помогает от быстрого отравления? Никто не в курсах? Ебать, это кто там такой? Опасный. Что, блядь, такое, махась? Что-то какой-то маленький он для кроволапа. А, все, вижу. Секунду. Я должен сейчас ему. Я не понимаю, что происходит у меня в комнате. Да. Это, кот увидел паука на потолке. Я его выпустил. Все, там нет больше паука. Хорош туда смотреть. Что происходит-то, а? Нет там больше паука. В окно. На подоконник. Так, я надеюсь, этого чувака с миниганом больше не будет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Похоже.
Ох, эти 20-километровые пробеги-то, а. Прям кайф. При том, что мне в эту пещеру саную не особо-то и нужно. Но так как я идиот, я все равно соберу все предметы. Ой, блядь, натяжной потолок, это так весело. Ну потому что эти пауки, они над ним живут, над натяжным потолком. Там ведь между потолком нормальным и натяжным, там примерно вот такое вот расстояние. Там, блядь, 10 тарантулов могут жить. Над под таким потолком могут и завестись. Я не знаю, когда я его ремонт буду делать, когда я его буду снимать, там, наверное, столько паутины. Что пиздец. Давай, удиви меня, хрен. Вот это мне сейчас повезло. Веселое здесь, наверное, ПВП на этом мосту. Стоишь, обстреливаешь кого-нибудь. Так. Давайте, короче, ребят, фаст-пуш. Короче, ребят, сегодня убиваю Людвига, и на этом все. Слышь ты! Что такой дерзкий? Что такой дерзкий? Одним траем, конечно, но я постараюсь. Я ни хера не видел, что сейчас происходило. Раз, два. Какая-то херобурина. Фух, все, с пещерой закончили. Блин, а тут реально далеко. Но сейчас шоткат будет жесткий.
Здравствуйте, уродцы. Ой, это кнопка. Как же они приятно лопаются. Думаю, животы. Ну там сверху настреливает. Ой, бля. Все ясно. Он тут походу не один. Пульки. Нет, это пузо. У меня еще была теория, что это, как ее там, матка. Но это было бы совсем странно. Не, плацента в этой игре еще будет. Вы ее еще увидите. У последнего босса. Ну нет, как бы. Я думаю, про такое еще не знали в то время. Здрасте. Sei una cacciatrice sana di mente, vero? Devi aver sbagliato strada. Это какой-то то ли очень хороший, то ли очень плохой чел, который постоянно вот так вот стоит. Questo è l'incubo del cacciatore. У него постоянный фейл спам. Dove finiscono i cacciatori ebbri di sangue? Li hai già incontrati? Cacciatori che vagano senza meta e sbavano come le belve. Questo è il destino che attende i poveri sciocchi. Non essere imprudente. Voltati e vattene prima che sia troppo tardi. A meno che non ti interessino gli incubi. Ah, capisco. Avverti un segreto all'interno dell'incubo. E non puoi far finta di niente. Come se lo spirito di Bergenworth vivesse in te. Cacciatori così curiosi si troverebbero a proprio agio nell'incubo. Ma fa attenzione. I segreti sono tali per un motivo. E qualcuno non vuole che vengano svelati.
specie se particolarmente sconvenienti. Это итальянский. Ma fa attenzione. I segreti sono tali per un motivo. E qualcuno non vuole che vengano svelati. Specie se particolarmente sconvenienti. Ma fa attenzione. I segreti sono tali. По-моему, я его уже зациклил. E qualcuno non vuole che vengano svelati. Specie se particolarmente sconvenienti. Ma fa attenzione. Все, да. Вот он. Убер мега шоткат. Пойду оружие чинить. Нихера себе у меня оружие. Кстати, у меня никаких улучшений моих рун не появилось. Не, нихуя. Даже не знаю, куда бы тут сначала сходить. Либо направо, либо продолжать дальше идти по этой яме. В принципе, в итоге мы в одно и то же место придем. Но попробую сейчас обувь пути чекнуть. Бля, я подумал, что сейчас эти двери закрыты. А, тут вообще нельзя пройти. Перчатки костер, бля. Кто ж такой этот костер, бля? Дра, тут и ребятки. А что это вы тут делаете? Почему по монстрам не стреляете? Они там что-то охраняют, интересно, что именно? Кого убить первым? Кстати, как вариант? Давайте, fire in the hole. А? Это, блядь, как работает вообще? Нет, серьезно. И самое главное, какой у него радиус. Не, это что-то, это какой-то пиздец.
Ну, а это коктейль молотого. Чё-то мне кажется, мёртвый номер. Так я её попробовал удерживать. В том-то и прикол. Стоп, он должен был... У, сука. Я вообще нихуя не понял. Но мобы-то её кидают. Угу. Только это не мина. Знаете, вот во втором Half-Life есть два варианта кидания гранаты. На левую кнопку мыши и на правую кнопку мыши. То есть далеко и вот прям перед собой, чтобы она покатилась. Но есть одно но. У меня нет левой и правой кнопки мыши. Есть только кнопка квадрат для использования предмета. Бля, что-то во второй Half-Life захотелось поиграть. Видимо, больной. Ты знаешь, вот... Вот серьезно, да, если сейчас, допустим, анонсируют третий Half-Life, я в него, естественно, буду играть, но без желания, серьезно. Вообще без желания. То есть я не удивлюсь, если это реально будет величайшая игра в моей жизни, но, то, но именно начинать в нее я буду играть без желания какого-либо. Фу, хорош, мне плеваться. Да я никогда особо и не горел. Я, честно сказать, уже после 2012 года понял, что игру не сделают никогда. Когда еще вообще даже думали, что третий эпизод просто выйдет. На том же движке, чуть-чуть там графику подтянут и все, и просто сюжет закончится наконец-то. Но если учесть, что главный сценарист игры слил весь сценарий, и там оказывается третий эпизод, он даже не был концом игры... В принципе, там открытый конец. Но я хер его знает, блять, я реально, я вот глядя на Valve, ты понимаешь, что компьютерные игры, они мертвые. То есть даже компания, имеющая реально миллиарды, вот просто, блять, миллиарды, они, ну, ничего делать не хотят. Вообще ничего делать не хотят. То есть они даже не хотят делать какие-то проекты, на которых можно как бы прогореть, но какие-нибудь там, я не знаю, с хорошей идеей, интересной. Они могут себе позволить один раз прогореть. У них столько денег со Steam идет, что пиздец. Но они даже на какие-то мелкие эксперименты не хотят. Не хотят, блядь, делать ебаный понос карточки. Вот 3 FPS консольных. Серьезно, я, блядь, сейчас ради штанов здесь столько стоял. Ну ладно. Давайте хотя бы примерим, что за штанишки такие. Модно. Модно. У него ведь какая-то вот система еще есть интересная. Типа, давайте я еще сейчас переоденусь для того, чтобы кровь смыть.
О, вот это мне нравится. Миссис Енот. Так, во-первых, я взял штаны. Это первое. Второе. Здесь надо подняться. О, господи. Пёсик. Пёсик пошёл на... Как это он меня так укусил, что у меня сразу желтая полоска пропала? Что это за ультракусь? Здесь что-то страшное в этом месте. Но я не могу понять, что. По карте какой-то красный колокольчик отмечен. Перемога. Так. Некоторые все еще живы. Сейчас пропуск кадров жесткий будет. Ой, пиздец. Ребят, норм все? Ребята, у меня сейчас все кадры пропускаются. Я не знаю, у меня ОБС пишет, что у меня половина кадров сейчас пролетает. Я не знаю, что это. Давайте просто подождем, пока оно пропадет. Я просто сейчас не знаю, что с этим делать. У меня битрейт упал, и... У меня в ОБС красная лампочка горит. Типа, все, пиздос. Прилетел. Ну, я не знаю, ребят, давайте как-то и... Так, давайте попробуем вот так поставить. Авось легче станет.
меня именно ОБС не тянет. Так, сейчас, подождите, пожалуйста, дайте я тогда интернет чекну. Пиздец, у меня потери кадров идут, половина кадров, короче, теряется. Но я вижу, что FPS просел на стриме, но я сейчас у меня стрим запущен на компе в качестве 360p. Поэтому это как бы нормально для него. Я не вижу, чтобы у меня прям совсем какой-то пиздец был. Он теряет ровно половину кадров, то есть он сейчас должен 30 FPS показывать. Ровно половина кадров пропадает через раз. А фризов нету, ребят? Я хз, но если более-менее что-то видно, то я, пожалуй, не буду ничего ломать. Я просто сейчас смотрю, реально, не вижу, чтоб сейчас какой-то совсем лютый был. Но ОБС красным горит, это очень плохо. Я как бы, честно, не знаю, что с этим делать. Только если трансляцию перезапускать. Но мне кажется, это не у меня проблема конкретно. Что, ну что, мы все делали нормально. Все было нормально вот этого момента, вот реально, сколько, 5 минут назад вот началось. Ну, может раздуплиться, я не знаю, до босса. Твою мать. Нет, раздуплилась сейчас. Во, раздуплилась. Я не знаю, просто оно взяло и раздуплилось само по себе. О, не, обратно. Падение консембля. Так, соответственно, не перепрыгнуть. Вроде раступилось. Так, вот тут вот еще надо прыгнуть. Ты кто? Пиздец. Обосрался от какого-то черта. Ой. Зато FPS-ы посчитали. Фигас, у тебя слишком много пошлых шуток. Thank you.
Давайте, спидоран. Какие-то очень нехорошие люди внизу. А чё у него урон такой адский? Братиш, ты чё покушал? Вот это он меня сейчас пощадил. Спидоран, да. Саиф охотника на чудовищ. О, чё это? Паразит. Хм. Хм. Понимаю, у них принцип, чем громче орешь, тем больше урона. Чем это солнце так заплыло? Что-то я никаких уродов не вижу. А, не, вон, вылез. С тобой. Камера, успокойся. Отличный вид. Ну. Тут. Так стрельни. Это вроде безопасное расстояние.
Все прошел, да. Я прошел все, кроме секира. Все равно жми, Адзаки. Миядзаки, он и в Африке Миядзаки. Так, подождите. А, кстати, это лампа. Ой, бля. А вот и он, почти. Осталось буквально несколько сантиметров. Это кто? Гентиро. Гентиро из Асина? Казино, блядь. Еще один паразит. Такого страшного в этих паразитах. Так, это взяли. Это вообще что за место? Ой. Злые его робушки. Вот этот вроде опасный чувак, но я не помню, чем именно. Нет, я помню, что-то очень нехорошее этот чувак делает. Ничего. Все здесь взяли, короче, что у нас получается? А! А не значит, только в рыбацкой деревне активны. Обожаю этот звук. Это кто там долбит? Ты кто?
чувствуете? Вы себя хорошо чувствуете? Ну, хорошо, хорошо. Ну, я опиздюляться не буду. Поэтому сначала мы честно сходим, починим оружие. Постараюсь даже качнуть левел. Мне кажется, он его ломал, а не ремонтировал. Герман, отец. Да, Герман меня ждет. 46. Аддио, кетупа. Германа, vai. Molto bene. Lascia. Addio, che tu. Нет, просто это единственная озвучка, где актеры реально постарались. Кошмара. Ух, блэд. Всех разъебу. Ну все, теперь меня достал пиздец. Но не так хорошо. Ну как хорошо без мобов-то бежать. Я знал, я знал. Здравствуйте. Именем пиздеца. Ti prego, aiutaci. Una belva. Un terrore enorme incombe su di noi. Ludwig il dannato sta arrivando. Abbi pietà di noi. Я не помню, как его убивать. Вот вообще не помню. Ну, не знаю. Ой, хорошо. Я помню, надо бить по ногам.
меня сейчас персонаж не хотел есть бутылку. Он просто не стал есть. Пойти, что ли, молниями закупиться? Еще. Ах да, это я забыл. Это босс с самым лучшим хитбоксом в истории человечества. Точно, ёпт. Да. А чё у Алона не так? Там вообще плевать на хитбоксы, там просто катишься, катишься, катишься. О, понеслась. Снова сейчас провисания будут. Ребят, потери кадров 9000. 9500. Sei rimasta al mio fianco per tutto il tempo. E когда я это увидел, я такой, блядь. Mia unica mentore. Блядь, только и только не меч. Кстати, в курсе, что она легче, потому что этот меч, он как-то очевидней. А он такой, а, похилюсь. А, еще похилюсь. Потом такой, ой, что-то умер. Откуда вообще эта ведьма появляется, я не понимаю.
Она просто и откуда-то материализуется. Да. Я не понял, с какой дырки она сейчас вылезла. Блять, я постоянно хочу похилиться, а нельзя хилиться. Я только понял, что она лезет откуда-то вот... Понятно. Ну, примерно, да. Что я вместо того, чтобы бить, пытаюсь хилиться. С этого стоило начать. Руна руководства. Я не помню этого босса, я не помню, что на, вот на нем реально, на нем под него вроде и зайти нельзя, но при этом нужно стоять к нему в упор. Повышает потенциал объединения. Объединен потенциал 20%. Здравствуйте. Браво, Качатричи. Hai visto il barlume di speranza? È то, что от него осталось. Un capello, una cosa fugace. Eppure mi ci aggrappo, immerso com'ero nel fetore di sangue. Но это таблетка, это читерная таблетка. Non ho mai desiderato sapere cosa fosse realmente. Dico davvero. Ah!
Dimmi, brava cacciatrice della chiesa, hai visto la luce? I cacciatori della mia chiesa sono diventati dei combattenti valorosi, come speravo? Da. Ah, bene. È un sollievo sapere che non ho sofferto invano per le calunnie altrui. Te ne sono grato. Ora posso riposare in pace. Anche in questa notte buia riesco a intravedere la speranza. Ладно, все, прекращаем его муки. Вот как реально до этого можно догадаться самому? Или он там что-то про это говорит? Я даже просто не читал. По поводу священного клинка Людвига. А, ну да, 14 тайн. До свидания. Так. Ах, ну да, он типа был самым крутым охотником в церкви или что-то такое. Нет, про половой контакт с мозгом это вообще отдельная тема. Я не знаю, как там реально можно допереть, что надо, блядь, минуту постоять вот так вот возле мозга. Ну как, сука, как до этого можно допереть, блядь, самому? Vai. Molto bene. Che gli echi divengano la tua forza. Lasciami avvicinare. Ora chiudi gli occhi. Тюк. Бля, знаете, как бы сейчас было ропельно, если бы у меня где-то в середине боя бы пушка сломалась нахуй. Оружие на износе, я такой, бля. Addio, brava cacciatrice. Che tu possa trovare la via nel mondo della veglia. Так. Чините оружие. Сколько, ну? Прочность 153 из 200. Не, нормально. Не сломалось бы. Так, ну все, на сегодня тут все. Людвига убили. Завтра постараюсь, если меня никто опять в доту не позовет или еще куда-нибудь убью. Господи, как я ненавижу следующую локацию. Вот эту вот, блядь, башню. Я в ней шароебился, когда первый раз проходил по гайду часа три. Я, блядь, серьезно, я просто не мог понять, куда мне нахуй идти. Это просто какая-то срань, господь. Туда, какие-то коридоры, туда, блядь, какие-то... Но я потом завтра, соответственно, покажу на завтрашнем. Это просто какой-то звездец. А на сегодня тогда, ребят, вас отпускаю всех. Тем более время уже 2 часа ночи, хоть сегодня суббота. Мария, босс классный, да. Спарирование убивается с 3 ударов, если очень постараться. В общем, всем спасибо, что смотрели. Всем удачи и всем удачи.